Итак, мои хорошие, мои дорогие зрители, всем здравствуйте, всем добрый вечер. С вами мы, Дэш, мы начинаем нашу трансляцию по GTA RP на сервере проект Chillout. День второй уже. Это прям замечательно. Вчера было круто, вчера было весело, вчера было забавно. Сегодня, я думаю, будет еще веселее и забавнее. Ну, посмотрим, что там получится вообще по онлайну, по всему, короче. Вот, как у вас дела? Как проходит ваш трудовой вторник? Давайте рассказывайте. Так, я вроде везде все запилил, всякие эти анонсы, да? Да. Кстати, вот тут надо добавить кое-что, секундочку. Так. Вот. Там. Привет, Градорму. Привет, Нейберус. Здорово. Так, анонс Дискорда еще не подъехал, но сейчас подъедет. Так. Так, GTA. У нас 18 баллов подписчиков. Это круто. И чем? Надо заходить потихоньку. Потихонечку заходим мы в РП. Так, только сначала мы выключим музыку. Она нам не нужна. Так. Ну, время почти 9 часов. Народ потихоньку подтягивается. Ну, сегодня, я думаю, будет меньше народу. Потому что все-таки ни Шнума, ни Игоря нету. Вот, большинство еще людей сидит в Вове. Я сегодня хотел в Вов поиграть, да, честно. Но я зашел туда. Там 17 тысяч очередь. Я такой, ну нахер. Пойду в РП. Потому что, ну нереально. Это 17 тысяч очередь. Это ждать, я не знаю, часов, наверное... 5, может 6. Это надо реально себе TeamViewer ставить, короче, комп все время чтобы включен был. И, короче, это... И с работы его включать, и пока едешь, дай бог. 17к очередь, плюс никто у тебя Вов смотреть не будет. Ну да. Это понятно. Была партнерка, я бы играл бы Вов, ну, на стриме, а так нет. Дасти, привет! Какой-то странный у тебя флажок. А что этот флаг означает? Какой-нибудь трансгендерный мужик из откуда-то там. Тула, не Тула. Ой, блин, я забыл в войс зайти. Самое главное, забыл сделать. Бисексуал. Бисексуал, понятно. То есть ты у нас бисексуал, да? Ясно. Ой, ну народу там, слушайте, нормально так. Так, что у нас там? Подождите, у нас какие-то оповещения пришли. Ну, во-первых, да, что стрим начался, а во-вторых, что-то... Так, все. Заходим. Сейчас у вас картинка появится, да. Так, у меня рация вообще есть. Ее юзануть надо? Нельзя ее юзануть. А, ее включить надо. Так, сейчас, короче, давайте доберем. Эшик, иди, я тебя поцелую. Нет, спасибо. Можно я... Блин, моя тачка все-таки пропала, короче. Мне Олег сегодня написал, что она типа появилась, но ее кто-то, походу, турнул. Тачки. Так, вышли на смену. Сейчас, ребят, подождите, я... Блин, я забыл, какая это самая. Какая сегодня волна? Да, блин. Так, волна сегодняшняя. Где она? А, блин, тут же в закрепах она есть, точняк. Закрепы, ага. Так.
Подождите, правильно, неправильно? Да хватит мне писать-то, ну ё-моё. Всё, отстань, женщина. Так. Так, и теперь вам включить этот самый. Линкольн 15 заступил на смену. Добрый вечер. Никого нету. Никого нету. У вас запасные волны есть? У нас все там круто сделано. Добрый вечер. Добрый. А, вот, поставлен в гараж, отлично. Подождите. А здесь у меня-то какая тачка? То есть у меня их уже три, что ли, получается? Угу. Блин, вот это больше всего бесит, конечно, когда вот так происходит. Опять эта синхронизация. Надо в баг-репорт писать, подождите. Да могут скинуться, там сейчас не в этом дело. Блин. Здорово. Привет. Подожди, меня это... Ну чё? Я твою тачку загнал, ты там на парковке все забыл. Да, ага, хорошо. Она просто... против моей бэхи стоит. А, ты можешь тогда ее выгнать, потому что у меня вот это вот она задымилась. А это еще что такое? А это еще... Что? Сэр? А, да. Слушайте, с машиной проблема, кажется. Да ты бы сам мог бы. В смысле сам мог бы? Ну, заходишь в гараж, выгоняешь. Можешь зайти, там моя бэк стоит, посмотри. Там... Блин. Ключи докручивайте. Что? Ключи или докручи? Чё? Чё он сказал? Да иначе это своим обезьяне. Я нифига не понял. Так, все, ладно, подожди. Что? Ты же понимаешь, да, что у нас немножко гаражи-то это, ну как его, типа, разные. У тебя одно отделение. Почему у меня в гараже вместо двух машин уже четыре? Интересный вопрос. Надо задать его Всевышнему, наверное. Да. Потому что у меня две, как и должно быть две. А вот у меня с утра было твоя, моя бэха и еще две. Странно, странно. Пошлю капитана, спросим, сколько у него машин крыши. Ну давай, сейчас я это только выгоню. Да мы купим, да, всю эту синхронизацию, оперативку, и 64 слота, и кастомные шмотки. Короче, все купим, только там надо отмашки дождаться. Потому что мы с Игорем уже готовы скинуться, как бы. Есть маленькая проблемка. Какая? Нам нужно засинхронизироваться. Не мог бы ты тачку поставить в обычный гараж, а то ты как бы с
скачешь, да. А тачка-то у меня стоит на моем том же месте. Так ты ее убери тогда и все. Так она твоя, я не могу ее себе в гараж убрать. Блин, и что ты мне предлагаешь? Ну и тачки твои я как бы не наблюдаю. Будет неприкольно, если не только я. Подожди, ты вот сейчас... блин, слушай, ну вообще как бы я выгнал-то вот эту машину из вот этого гаража. Я потом ее просто загнал туда и... Блин, короче, это вообще, это другая машина, если что. Все очень сложно. Ему 1к на сервак закинул. Блин, лучше бы ты мне на ну просто так закинул. Короче, блин, слушай, все очень плохо, я тебе могу сказать. Да мои-то тоже. О, смотри как. Это чья? Ну вот это она, видно, ты из нее вышел только что. Поставь ее в гараж, просто подойди к ней и скажи поставить в гараж и все. Так, в эту я вообще... Блин, это какая-то закрытая, короче, подожди. Так. Ну в эту я зайти не могу, ты можешь в нее сесть? Ёпта. Тихо. Что с ней? Так, у тебя все хорошо? Ну, сейчас да. Ну-ка, подожди. Так, теперь стоп. Ну, попробуй проехать. Нормально, отлично. Так, теперь подожди, я попробую в гараж поставить. Ну, Билли поставит ее в гараж. Но это не моя машина. Ну, это не моя машина. Вот в чем прикол. Ты... Ну. Короче, пусть теперь... Блин! О, подожди. О, Билли забрал ее. Как же сложно-то, а? И это получается твоя. Смотри, стой. Возьми, сядь в нее, и потом тоже... Какую сесть? У меня все, у меня нет больше машин. А ты ее не видишь, нет? Нет. Ёпта, смотри. Ну и нет. Загони ее вот сюда, короче. Или попробуй поставить ее в гараж. Ну, нет. Я ее не вижу. Бля, мне кажется, ее... У меня, короче, уже сколько? 3 машины? Ну вот это моя вторая, подожди, сейчас, минутку. У меня вообще, блин, как, ну, тут все очень плохо. Я не знаю. Поставь ее в гараж, да. Ты понимаешь, что у меня там уже 2 стоит их? Я сейчас попробую. Ничего страшного. Так, вот, все, я поставил, все, она, ее нет. Ну, короче, это асинхронный какой-то гараж у нас вот этот. Ну, походу, да.
Все красиво. Вот, все, ты видишь, да, эту машину? Да, да, да. Блин, у нее люстра говно. Я не хочу с этой люстрой ездить. Блин, я так и буду теперь, да? Да етишкина ты сила, грёбаная люстра. А, да нет, если вытащу другую, то же самое будет. Сейчас мы ее припаркуем. Припарковали. Да блин. Он, наверное, смотрит такой, чё за дебил? Так, ты же все нормально видишь, да? Да, да, да. Все хорошо. Ну, я сейчас и дальше буду ездить, подожди. Ладно, привет. Да етешкина ты сила! Нет, это издевательство явно. А, может, надо было, чтобы он не смотрел на меня? Ну, пожалуйста, машинка. Нет, слушай, беда какая-то. Чё? У нас еще, кстати, в документации небольшие изменения сегодня. Да, чё там? Короче, чтобы не писать каждое заявление от своего имени... Ёпта! Сука, ты куда пошла? Что за херня? Лови ее! Лови ее! Что за херня? Команда была стоять на месте, мать твою. Так, бери свою машину, учи хорошим манерам. Как собаку тренируй. А то, блядь, вот это вот. Ну, я понял. Ну нахер. А если она тебя обидится и убежит нахер? Не знаю. И закрывай машину. В смысле не закрывай? Ты хочешь, чтобы ее угнали, что ли? Закрывай. Я говорю, закрывай. Все. Но люстра говно. Ну, это люстра была говно, говнистая. Так, насчет документации. Да, что там? Теперь берешь, короче, вон там папку с документами. В папке документы в разделе, как его, раздел этот, сейчас посмотрю. Документация, публичные документы, заявление, а потом принимаешь заявление. Пускай сами заполняют нахер и подписывают. Подожди, то есть мне я сначала подхожу туда, в смысле, подожди, пойдем посмотрим, я не понял. Смотри, берешь папочку вот отсюда, вот здесь, вот не там, вот. А. Вот тут папочку. Так. Подходишь к человеку, даешь всю папку. А, да я это. Так у нас вроде так и было, не? Не, ну чуть по-другому, это были наши личные документы, типа, ну для внутреннего использования. Получалось, мы каждое заявление писали от своего имени. Так, а какая там полка F какая? Какой лоток? F, ну предпоследний. Документация, папка лежит. А, все. И там публичные документы вон в раздел. И в этом разделе заявление. И пускай нахрен кропают сами, а мы потом читать будем их безграмотность. Ну я понял. Можем попробовать. Да, потом, ладно. Так, чё, мы пока вдвоем, да, я так понимаю? Ну, капитан ещё. Слушай, был. Твою мать, что чё, это было? Чё, блядь, откуда этот звук-то? Не знаю, у тебя чё, внизу кто-то сидит? Нет. Интересно. Так, закрыть надо. Да ёпта! Чё, блядь? Может, там этот Нортон сидит?
Нажрался опять? Дэвид? Да нет. Ну там кто-то шумит, слушай. Пусто, мать его. Угу, пойдем там посмотрим. Ты что творишь? Да так, хочу в кабинет зайти. А-а-а. В маску. Там, инструктор. Эээ, что это за херня была только что? Слушай, у нас какой... Вы никого тут не убивали, а? Нет, никого не убивали. Призраки. Да ну нахер, я не верю в призраки. Это говно все. Так, это у тебя телефон звонил? Нет. Не у меня тоже. А, это выбросить, лол. Сейчас, погодь. Так, короче, помнишь вчера вот эти два заявителя? Ну? Один таксист, второй, я не знаю даже, как назвать. Или Аня, подожди. Еще кто-то? Женщина, которая стриптизер, которая мужик с бородой. Ну да. Надо у них тоже, то есть получается, заново заявление взять. Ну да. Костер что-то горит, блядь. Может, проводка? Да хрен поймешь, может, здесь. Это может быть не Клара, кстати. Хотя нет, Клара. Блядь, здесь что горит-то? Блин. Слушай, ну, пожарка пока не включилась. Ну, точняк, пожарка не включилась. Подожди. Может, пожарных вызовем? Слушай, тут не слышно ни тут, хрена. Тут, да, это где? Это в переговорке, нет. Походу. Пошли глянь. Да не, ни хрена не тут. А не. Блин, что здесь трещит-то? Что, где-то тут вот. Не знаю, ничего не вижу. Такое ощущение, как будто эта мразь перемещается, трещащая. Может, крысы завелись? Ну, может быть. Под полом какая-то крыса. Твою мать, что это за хрень? Ёпта. Чё это было? Крыса, блядь, наша. Ты хера себе, крыса, ты чё? Что это было нафиг? Пошли лучше на улицу. Да, слушай. Блядь. Твою мать. Чё-то я, по-моему, это, мне штаны пора менять. Блядь, давай закроем нахер. Так, а где капитан? Надо капитан найти. Я не там, знаю. Сэр, здравствуйте. Да. Меня привели из учебки к вам. Слушайте, вам из капитан нужен? Гэмпледжер. Ага. Из академии? Это военная учебка. Учебный центр. Так он же вроде был военным учебным центром. Они уже переквалифицировались. Переквалифицировались. А, понятно, да. И чё, как зовут тебя? Да ёпта! Простите, сэр! Вообще охренел! Шаталова! Всё, тихо, детектив, тихо! Прошу прощения, сэр. Твою мать, за что мне сегодня такой день-то? Не заставляй меня идти за моей битой. Не надо, сэр. Тебя как звать-то? Джеймс Дэвис, сэр. Боец Джеймс Дэвис. Слушай, а ты ещё раз можешь вмазать? Так, не надо мне вмазывать, пожалуйста. У нас... Слушай, ты на крыс умеешь охотиться? Нет, сэр. Херово. Надо учиться. Короче, бери это автомат. Стрейбольный. Стрейбольный. Короче, одевай ласты и сейчас пойдёшь это охотиться за крысами. Да. Здесь слишком много? Пошли. Там... Пошли. Слушай, да. А мы документы даже не спросили, сейчас сейчас так пускать будем. Так, блин, ты, ну так спроси. Слушай, а дай нам документы свои. Да, я проверю заодно. И что-то вас очень, погромче вы не могли бы говорить. А вот держите, сэр. Угу, так, Джеймс, сейчас пойду проверю. Как тебя звать-то? Джеймс Дэвис, сэр.
Если что, я вчера по РП взял ключи от капитановского этого кабинета. Так. Тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм. Кстати, я могу сюда сесть-то? В кресло капитана. А? Япона, мать! Ся. О-ла. О-ла-ла. Красота. Так. Но я ничего не могу делать. К сожалению. Блин, так мне отмывку и не сделали, короче. Фигово. У меня автомата нет, у меня только пистолет. Вот такой. Слушай, да, там, короче, заявление лежит, это самое, ну, документы ваши, но надо капитана дождаться. Ничего страшного, подожду. Ну да. Что ты знаешь про крыс? Это мерзкие твари, которые переносят, переносчики заразы и болезни. Согласен, мерзкие твари. Вот насчет последнего не в курсе. Земля круглая. Ну, можно и за углом встретиться. Ты голубой? Никак нет, сэр. Нормальный парень, да, слушай. Ну, да. Ты это, темнокожий? Что, простите? Ты темнокожий? Да вроде как нет. Ну, Дэвиду тоже понравится. Который мёртв. Который чё? Ну, напарник мой, он как. А, господи. Он же ж не любит, когда его называют. Мне послышалось, который мёртв. Они все да забили. Он, наверное, мертвый, говно сейчас где-то валяется. Да я даже не удивлен, знаешь. Да ёпта! Вы слышали это? Крыса, пошли отсюда, нахер. Короче, наверное, санэпидемстанцию надо вызывать. Да. Что? Ты слышишь? Что за... Такое? Бля, кто фару побил? Да в смысле, тут и стекла нету. Да блин! Что за дерьмо? Так, надо срочно капитан, чтобы он это... Слушай, вызывай охотников за привидениями, а? Госпаспорт? Твою мать. Твою мать. Это что, мне сейчас ехать в ЛСК, что ли, еще и за свой счет ее чинить? Да какого хрена? Еще и люстра говно. Да, тьфу. Что там происходит? Сейчас еще твою побьют. Мэм, с вами все в порядке? Мэм. Слышь, эй, молодой! Молодой, иди сюда! Не слышит нифига. Так, надо медиков вызывать, короче. Да, сэр. Вызывай медиков, тут, кажется, сердечный приступ. Да это не он, она шла и упала просто. Давай медиков вызывай. Ну зачем ты избивать женщину? Да он не бил ее. Она упала сама, он вообще вот там стоял. Надо по камерам посмотреть, что. Да я видел все, алло. Вызвал, сэр. Все, отлично. Кого? Охотников за привидениями? Медиков. Медиков, сэр. А когда вызовем охотников за крысами? Да, такие есть. Ну, кстати, сделали, походу, побольше о, времени. Еще спросим прям в самой дебильной станции. Угу. Надо еще у медиков спросить по поводу вчерашнего дела, что они там, блин. Это, кадет. Да, ты сэр. Мог бы сходить бы в магазин купить форму. Кстати, да. Пока у тебя все равно время есть. Форма тебе не очень понравится, она же государственная. А еще и размер маленький будет. Продается он там в магазине. Да, он там идешь. Там будет на углу магазин за мостом. В той стороне? Да. Ну, может, 250 баксов. Где-то. Ну, надо нет, медиков дождаться. Сэр. У тебя деньги-то есть? Конечно, сэр. Ну, все отлично, иди тогда. О, обезьяна только что была. Где? Только что вот тут вот. А потом, сука, вверх улетел. Я сегодня не курил. Ни хрена. Так, ждем, короче, медиков, ладно. Пошли на крышу, на крышу, на крышу, давай.
А медики? Ну, кадет нахрен убежал. Да подожди, нет, давай дождемся, потом пойдем уже расследовать эту фигню. Блин, вообще пожрать хочу, алло. Ну, правда, около трупа, ну ладно. Где? Вон стоит на крыше, сука. Блин, ну пошли. Блин, тут замки. Охренеть, она там была. Блин, была бы у меня камера, птец, показал бы. Да я видел, видел. Давай. Вон она прыгнула на ту крышу. Куда, мать его? Вон на ту крышу, разогнался отсюда и прыгнул. А, вон, да, точно. Убежала. Гадина. Блин, может автомат взять, пристрелить ее? О, дальше побежал. Полетела. Охренеть, как прыгают. Я тоже так хочу. Мне кажется, я видел похожий фильм. Да, только там была огромная обезьяна. Не, вот там огромная обезьяна. Во, нифига! Охренеть! Твою мать. Слушай, ты же ее подстрелить в полете? Не знаю, возможно. Слушай, может, ну и нахрен в нее стрелять, вдруг разозлится еще. Я такой черт ни разу не видел. Слушай, то есть получается, это не крыса, это обезьяна так рычала, что ли? Ты ж понимаешь, что если мы расскажем капитану об этом... То что? То он нас направит на обследование, кровь сдавать, но наркотики пойдем. Хрен он поверит в это. Ну да. А, подожди, у тебя был включен этот бодикам? Ну, я же на смену вышел, да. Охренеть, точно поверит, все рассказывай. Че, медиков хрен там, дождешься? Ну, походу, да. Ладно, пошли вниз. А детектив не коп, да? Ты вертолетом умеешь управлять? Во сне. Понятно. Дверь не забудь закрыть только. Да блин, насморк задолбал уже. Второй день мучает. А как это обезьяна-то у нас там... Подожди, так мы слышали звук огня. Ну да. Это она все время на крыше была. Слушай, ну видать по вентиляции, может она там передвигается как-нибудь. Ну блин, еще вперед пробежал. Мы хрен позакрывали тут все, надо везде все проверить. Какая-то кто там стоит? О! Капитан! Капитан, неужели? Так, ты будешь докладывать. Да закройся ты. Капитан! Кэп, здравствуйте. Сначала лейтенант снимай свою бодикамеру и нахрен показывай ему. Ну давай. Так, пойдемте. И это и будет наш доклад, мать его. Потому что я как-то не знаю даже, как описать эту херню. Давайте компьютер. Мы ничего не устроили, Кэп, вот, посмотрим. Сейчас он скинет информацию, это самое, на компьютер, и вместе посмотрим. Ну вот, смотрите. Буквально 5 минут назад. Это когда вот момент, где мы на крыше, короче, были. Полицейского департамента. Ой, господи, а это... Ну? Ну, вы видите эту срань? Вы внимательно смотрите. Да, на противоположную крышу. Ну и чё? Ну вот вы выбежали, ну и чё, куда смотреть? Ну, вперед на противоположную крышу, вы видите, вон там? Вон, вот, бегает по крыше, да. Хрень какая-то. Это чё, прикол какой-то? Да никакой не прикол, это вот только что было. Только что было. О, дай я приду. Вон, смотрите, как на другую крышу он перепрыгивает, какой прикол-то? Вы смотрите в пустоту. Да в какую пустоту?
Да вот же, на экране все есть. Вот записали, вон сейчас капитан смотрит. Посмотри там внимательно. Вот, я сейчас перемотаю на 10 секунд назад. Вот, ты же видишь вот эту хрень прыгающую с крыши на крышу? Мордан, ты что-нибудь видишь? Нортон, ау. Да, пока не. Да в смысле? Ну, я тоже не вижу. Какого? Да вот же! Ну вот! Они говорят... В смысле, вы может, реально? Вы сегодня, может, в отгул хотите, я не знаю. Какой отгул? То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый, боже мой. А может быть все вместе? Ну, не да. Знаю. Я ничего не употреблял третий день. Я вообще не употребляю. Не знаю, давайте воздухом подышим. О, кстати, об этом. Так, я бодикам заберу. Ну блин, чего? Почему? Не знаю, чего там видно. Капитан, я чистый 3 дня. Клянусь. Могу тесты сдать. Вот он вообще не боится тесты сдавать. Так-то да. Еще мне кто-то машину разбил. Сволочь какая-то. Так, не понял. Кто? Твою опять? Мать, да вот опять! Ну что, я же не один это вижу-то. Да вы не слышали, что ли? Кого? Кого? Кинул в машину. Кидаются, наверное, он с той крыши. Он оттуда. Кидаются в машину, смотрите, да, он стекло разбито. Одно, второе, третье, вон, посмотрите на капот. Ага. Распоясались хулиган. Наверное, что-то с крыши кидают. Как бы туда залезть-то, а? Да, ну как бы... Ну, можно вообще попробовать подогнать фургон к лестнице и с фургона залезть по лестнице и на крышу. Посмотрите, там сюда прячется. Да там, может, сзади есть. Ну, пойдемте в переулок, да? Какой ужас. Почему у меня, блин, опять птица? Там работает полиция. Ой, тут не видит никого такого подозрительного. Ну, у нас предположение, что с крыши. Это еще кадет явился. Да, мы его за формой послали. Я тут еще, кстати, не был. А что здесь все такое фиолетовое? Ну что ты все ломаешь-то сразу? Не знаю. Какие-то плакаты. Клуб, наверное, открывают. Хрен залезет. Не, ну только если на вертолете. Не, ну, блядь, я ж не сумасшедший, я же это видел. Да я тоже. Не, ну, может, это из окон кидают, конечно. Парень, ну, что-то это попахивает каким-то этим, да. Чем? Ничем. Ну, мы же не тупые. Не, ну, с этим бы я поспорил, конечно. Но мы не. Нет, я вообще ничего не знаю, ребят. Я только зашел в игру. Подожди, у меня что там, колесо проколото, что ли? А, нет. Не, ну блин, вот кто будет за это платить, а? Государство. Да, конечно, я бы сказал бы. То есть мне еще за свой счет надо ремонтировать машину, которую я не разбивал. Что за карма-то у меня такая?
Нет, капитан, у нас там в фойе под полом крысы шкребутся. Или большая обезьяна, это ничего не понятно. И что-то там горело вроде как. Мы не нашли источник. В смысле горело? Не понял. Ну вот в прямом смысле. То ли проводка там что-то с ней не так, то ли еще что-то. Но мы не нашли источник. Ой, ну давайте показывайте. Ну это где-то в переговорке было. Ну сейчас ничего не слышно. Ну вот сейчас звука нет. Может проводка. Сейчас, у нас просто капитан слишком быстрый. Вот, короче, где-то то ли проводка вот здесь вот была вот, то ли хрен пойми. Ну короче, трещало что-то. Ну да. Телек вроде работает. Ну, как бы, все равно надо, наверное, мастера вызвать, чтобы проводку проверил. Да, да. Ну, вызовем, да, 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 ладно, еще больше проблем. Непонятный ник. Да, пойду документацией займусь. Так, да, сейчас к вам кадетам придет. Че с заявлением? Че по заявлениям? Кто вчера заявление еще подавал? Таксист? Что его хотели развести? Да не таксист, это было медик, алло. А, медик. Хорошо, медик. Как-то какой там Абдулла или как-то там его зовут. Mm-hmm. И это, и стриптизерша. Да, надо их найти. Поехали. Поехали искать. Так, ладно, да, я в ЛСК поехал. Подожди, а брифинг? Какой брифинг? Так еще, ну, что, все равно кадеты еще нет. Брифинг. Ладно, пойду тачку возьму. У меня доклад, мать его, есть. Уже? Ну, по делу, криминалисты прислали. А, уже прислали? По самолету. А-а-а. Ну, давай сейчас тогда этот самый, как его? Что там такое? Ты чего? Что? Ну я что? Кажется, пиздец. Господи. Я белочку словил. Обезьяна? Да. Нет, так, не словил. Вот, еще где? Один. Где? На парковку побежала. Вон она! Лови, сука! И опять капитан не видел, но нас уже трое. Не, ну, ему-то это точно не поверят. А, ну а мы-то... Иди бери машину. Коллективная белочка бывает? Да я не знаю, это... Слушай, ты обезьяну только что видел? Никак нет. О, бляха-муха. Пошли, короче, брифинг проводить. Ну, так, пойдем сейчас, да, сейчас его примут только, и заодно и экскурсия. О. Да ёпта! Что за говно? Капитан! Капитан, капитан, улыбните. Ты что за песня такая странная? А? Не. Что я его там не наблюдал, он вышел что ли? А я сейчас быстренько машину заберу. А сейчас это подожди. А у меня там в машине это лежит. Ну да, давай после брифинга, что ты, блядь, вот это начинаешь? О, Кэп. Что такое? Так, вот, привели вам этого новобранца. Твою мать. Ну хорошо. Не дыши. Кадет Джеймс Дэвис прибыл, сэр. Пойдем, документы пойдем. Можешь дышать. О, блядь! Фу! Ты придурок! Зачем на меня-то? Простите. Твою мать. Блин, хорошо, что я в очках, иначе бы глаза бы нафиг выжег. Только не прикуривайте рядом со мной, пожалуйста. Кстати, вот сигарет не хватает, да. Да сигарет уже третий день город не завозит. Да пипец, как ладно, и колёс. Ладно, всё-таки пойду выйду, а то вдруг учуете. Да, иди, не знаю, тик-так да, купи. Это невозможно не учуете. Да. Тик-так. Пойдём это самое сейчас, двери подержать хоть.
Что-то он там прям наехал на кадета. Да, я тоже крики слышал какие-то. Ромикс, привет. Гатишки, кстати, тоже. Свежий воздух. Да, блин, как ты с ним в одной машине-то ездишь? Окна открываю, а бывает и двери нету. То хорошо, нормально, проветриваю. Офигеть, блин. Мне кажется, нас что-то с тобой сближает. Так, сближает нас работа. Я про это тоже, да. Что-то быстро он его. Ну, может, отличник учебы. Посмотрим. Что-то кости хрустят, блин. Ой. Ну, блядь, уже на парковку боюсь смотреть. И боюсь, что со спины придет это, блин. Да не, я пока смотрю. Так, ладно, вроде продули. Блин, нас... Бля, за концерт устроил. Медики так и не приехали. Ты что гитару достал ставить? Флешбеки опять вьетнамские лады. Да. О, я вот этих вот двух знаю, это вот девочки их подвозил с аэропорта. Слушай, мне это надо... Надо очень. Ну, беги в раздевалку, там туалет есть. У меня трубы горят. Ну чё? Трубы у него горят. После брифинга съездишь. Это к нам посетители, 100%. Наверное. Че еще на Mission Road делать? Кроме как в ПД приходить. Две они девицы под окном. Сестрички. Сестрички? Да, я их подвозил с аэропорта. Брюнетка моя. На, рыжая хрень тебе, да? Не любишь ты рыжих? Не, не люблю рыжих. Кстати, а где как наша рыжая? Бывшая поживает. Чё, моя бывшая? Ёпта! Что это за хрень? Лови его! Это я твой... не вмазал. Слушай, иди-ка руки теперь помой, а? Твою мать! Дамы, вы же это видели, да? Пьяный из зоопарка, аккуратнее. О, боже. Пожалуйста, рядом с нами вы в безопасности. Да, большая-большая обезьяна. Ну, наверное, сбежал из зоопарка. Капитан, теперь у нас есть... Что за крики? У нас есть теперь свидетели. Тут только что была огромная черная обезьяна. И он ей вмазал. Мне кажется, они избили человека. Это был не человек, вы что, не видели? Волосатая большая обезьяна. Да, именно эти двое людей. Что? Понятно, пройдемте. Чё, блядь? Да в смысле? Малочка. Кого? Чего? Извините, я пойду с ней. Мать твою. Что за хрень? Ты, да, вы чё, издеваетесь, что ли, сегодня надо мной? Я в шоке. Я в полном вообще ауте. Да. Смотри, синхронно такие. Чоп-чоп. Да ёпта. Сука. Что за говно? Откуда здесь это взялось вообще? Что это такое? Подожди. Так это вчерашняя ваша машина, по-моему, нет? Вот это. Блять, не спрашивай. Не спрашивай, реально, не спрашивай. Сэр. Это какой-то форменный трындец, я не просто не понимаю.
Нет, вот ваша, походу, сегодняшняя машина. Вот это вчерашняя ваша машина. Только откуда она здесь взялась? Поставь вот эту без двери в гараж. Да, пожалуйста. Всё. Спасибо, что еще раз ее поцарапал. Так, что тебе обход сделали? Так точно, сэр, но не полностью. Что, заступил? Покажи значок. Это, разомнись немного. Да не ты, он. Что-то оплот просто прервался. Что? Меня зовут Буба, а вы Бибайбоба. Сдавайте значки и быстренько к наркологу. Какому наркологу, к черту? Опустите руки, придурки. Я чистый. Какому наркологу? Короче, все, понятно. Значки это приказ, понятно. Ну охеренно просто вообще. Лейтенант должен сдавать значок. Это вообще что за форменное дерьмо? Да опусти ты руки, придурок. Твои эти подружки, блин, пипец. Распил там что-то. Че, знали значки-то уже или нет? Да. Красавцы, забирайте обратно. Да с... Капитан! Пиздец, блядь. Да не матерись ты, сука. Где он валяется, я его швырнул. Я не знаю, мой на столе. Под столом посмотри. Да-да-да, продолжим. Там разбираются. С белочкой. Какой нахер белочкой, твою мать. Так, я, короче, все, я беру ствол, мне надоело. Да? Вы тут гражданский, спрячь ствол нахер. Ну ладно, тайзер, так уж и быть. Тут гражданские спрячу. Да что от тазера-то будет? Давай поговорим с ними. Ты это там автомат взял? Ой, боже. Да, есть девушки. Мне страшно, мы можем вам все рассказать. Давайте выйдем, а то тут форменный беспредел творится. Очень-очень страшно у вас. Вон он! Опять побежала. Так, все, вот бодикам точно заснял это. Я ничего не вижу. У него бодикам. Вообще-то мы использовали GPS вот, в телефоне. Открывайте карту, я вам покажу, куда лучше не ходить. Ага, ох. Так, открыли? Смотрите, да. Вот северо-западный район, вот здесь вот. Здесь очень много... Здесь 4. Темнокожих, так скажем, людей, которые любят переступать закон. А вот в этом вот центрально-восточном районе... Какая вот, рвань, тут обезьяна носится! Азиатский район, так говорится, вот, там тоже Фрецкий. Очень хорошо, в общем-то. А вот здесь вот туристический район, а вот тут кино. Не хотите сходить в кино? Кино это хорошо, кино это нам я нравится. Я могу вас это извести, это знаменитый... Я ему не буду доверять, они просто нас сдали, блин, с потрохами. Вот там кино сейчас показывают. Хорошо, вот, а вот тут вот аллея звезд. Могу вас свозить туда, девушки. А, нет, не надо, мы сами прогуляемся, у нас может быть еще появятся планы. Тут далеко, тут 7 кварталов, 8, 10 даже. Ну ничего, если что, мы вызовем такси. Ага, ну хорошо. Вы вообще можете так спокойно разъезжать, пока на службе? Ну, если вдруг у меня там какой-нибудь вызов или срочное дело по работе, и вам тоже в ту сторону нужно, я не против вас потросить, как из аэропорта. А, я думаю, где же я видела ваше лицо? Да, мое лицо не забываем, красавчик, да? Да-да, вы шутили про то, что отвезете нас в тюрьму. Я таксисту говорил. Мне ты говорили не надо. О, Грейс, привет. Как делишки? Доброе утро. Хорошо. Добрый день, господин.
Господи, извините, я очень путаю. Не обращайте на нее внимания, она иногда путается в словах. А вы это... Английский очень сложный. Так это, на охоту пойдем. Мы... Ну, какую да. охоту? На обезьяну? Ну, она только что побежала вот туда куда-то. Но я это слышу вчера. Мы из разных мест. Подождите. Мы разберемся, я думаю. Если в разных местах, да? Так, Смит, отвезешь кадета у нас без лицензии на вождение? Да, хорошо, сейчас отвезу. Вот, заодно покажешь ему, в какой район лучше это, одному не соваться, там как раз рядом. А, окей, понятно, да, сейчас. Понятно. Поехали. Сколько же голосов? Да, меня тоже это пугает. К сожалению, придется на разбитой машине ехать. О, давай ВЛСК сначала заскочим. Что-то звук пропал. Так, увидишь обезьяну, кричи. Ты слышишь меня? Так точно, сэр. Отлично. Так, и давай без вот этого так точно, херочно и так далее. Мы не в армии. Если что, можешь просто «да, сэр», там. Или «хорошо, лейтенант». «Хорошо, сэр». Ну, так тоже можно, да. Блин, сраная обезьяна, блин. Что за обезьяна, сэр? Да откуда я знаю? Которая разбила мне машину. Она из зоопарка, что ли, побежала? Ну, походу, да. Кто бы знал. Надеюсь, механики на смене. Эй, есть кто живой? Ау! Так, сейчас откуда я их вызову. Никого нет? Ну, вроде нет. Сейчас подождем. Сэр, по поводу рации. Угу. Вы ее выдали? Нет, самый там позывной волна там как это. Так, а тебе документы не показывали, что ли, с этим, с позывными? Да, никак нет, сэр. Сейчас, короче, в этом, в бардачке посмотри, там, короче, там должны быть лежать коды. Хорошо, сэр. Только аккуратно с ними там, ну, чтобы не, ну, никто там потом их не узнал. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно, сэр. Ржавая крыша, значит, мокрый подвал. Да-да-да-да-да. Да не, рыжие... Бля. Рыжих слишком много, их слишком интернет захайпил, короче, и поэтому это... Бля. Я не люблю вот такое хайповое все. Это хайповое, значит, заезженное, значит, отстой. Ой, ёпты.
Не в смысле, что девушки заезжены, это вы сейчас начнете там, короче, придумывать. Прикольно, такси. Только мне нужно не такси, нифига. Разобрался? Конечно, сэр. Отлично. Бля, у него лагает анимашка. Слушай, разомни руки. Вот, да. Ты хоть доложись на рацию, что ты зашел мне. Кстати, какой у тебя позывной? Линкольн 6. Шестой, понял. Я 15-й, если что. Сэр, там нет никого. Вот мы тоже ждем. Не мой, что ли? Что-то сегодня какие-то все неразговорчивые, или мне кажется. Это день такой, наверное, сэр. Магнитные бури, может быть. Да хрен знает. Не должно быть магнитных бурь-то. В смысле? Я WoW Classic, это вообще-то немножко не так у меня это работает, потому что у меня это ностальгия. Это не то. Так, разомни еще раз руки. Ну где этот механик вонючий, блин? Ну, то, что он сейчас... Ты что творишь? Руки отменяют, сэр. А-а-а. То, что сейчас он захайплен, мне вот наплевать. Для меня это ностальгия. Угу. Там около ПД драка, походу. Ну да. Какой двойной стандарт? Слушай, не беси меня, Градорму, пожалуйста. Сэр, вам руку разбить. Ага. Так, короче, слушай, я это... Прием, 9, капитан. Я, короче, покурю, сейчас приедет механик, скажи, чтобы он починил тачку. Я заплачу потом. Есть, сэр. Чего-чего? Вот и старший по смене. Ну? Не видите, что вы спите? Сейчас, через минут 5 давай. Все, ребят, сейчас приду.
Здравствуйте, господа. Да, без проблем. Он открыт? Конечно, сэр. Так, так, что, он забрал тачку, да? Да. Супер. Даша Весна, спасибо за фоллоу. Тадал, тоже спасибо за фоллоу. Блин, да что у тебя все с рукой? Разомнись. А. Здорово, нахер. Добрый день, сэр. Так, где-то, что вам починить надо или уже? Уже взяли. Да иди. С обеда сорвался. У вас работа такая. Дэнси, спасибо за фоллоу тоже. Да. Ждем вас в ЛСПД. Ну я сейчас в ЛСК, сейчас тут закончат, и я приеду. Да, кончайте, там уже быстрее. Кончать я буду в другом месте. Принято. Принято. Блин, вот Олега офигенно слышно в рации. Некоторых вообще пипец слышно. Вы там кого кончаете, мать вашу? О, капитан, вы тоже на смене, что ли? В смысле, я не уходил никуда. А. Ну и все, я сейчас уже еду в ЛСК. Ой, в ЛСК, в ФПД. Сэр, здравствуйте. Да, здравствуйте, извините за задержки. Да, ничего страшного. Давайте там счетик, да? Да, кому, вам или... Мне. Шустринку. А, окей. Так, вот, держите. Угу. Можете оплатить в течение 3 дней. Да, хорошо, сейчас оплачу. Все, удачи вам. Да. Хорошей работы. И вам того же, сэр. До свидания. Поехали, слышно, Лага. Сэр, а как же права, сэр? Да разберемся с твоими правами, подожди. Может, у них там срочное что-то? Сэр, что-то сзади слышу, стучит. Что стучит? Что-то постукивает где-то сзади. Я ничего не слышу. Хотя давай я сейчас тебя закину в этот самый, пойдешь сдавать на права, а я поеду в этот самый, в ПД. Хорошо, сэр. Потом я тебя заберу там. Так, вот, иди сдавай. Я подъеду попозже. А что это, интересно, за две девчонки были? Около ПД.
Сестры по фамилии Стукач. Так, ну чё там у вас? У неё борода какая-то белая на лице растёт. Алекс Придыбайло, стриптизёрша в клубе. Нужно её найти, короче, сгоняй пока туда. Окей. Да всё, уже капитан есть. Капитан у неё, короче, оказывается, это Йети спустился с гор. Ищет себе самку. Прислал шериф охотника, с винтовкой там ходит. Такой реднек. И чё? Будет охотиться на нее, а мы им будем помогать в этом. Ага, понятно. Так надо как его, тайзером или боевым? Ну извини, у него 50-й калибр. Он говорит, он 3 пули в него фигачил. Ага. Понятно. Прикольно, прикольно. Так, а чё там Грейс прохлаждается? Или она капитана ждет? Да хрен его знает, как его ждается. Ну пошли, справимся, ничего. Пойдем. Ну чё? Все подписал? Как дела? Чё? Порядок. Сэр. Чё прохлаждаешься? Красивый почерк. А есть вызовы? Ну, патрулировать не надо город, не? У нас тут вон Йети бродит по городу, надо его искать. А можно кадетам в одиночку патрулировать город, сэр? Ну, почему ты себе не нашла кого-нибудь? Вон, например, детектива. О, я чувствую, мы сейчас найдем друг друга. Приказание свыше не поступало, сэр. Ну, вот я тебе говорю, что тебе нужно отправляться в патруль. Прекрасно. Так, а это кто такой? Кадет, маленький, да ёба, или просто ёба. Вот или, это? Да, или перья ёба, я так и не понял. Интересно. Билли, выдай ёбе стандартный набор. Ёба, просто ёба. Угу. Ещё один кадет. Блин, а где Андерсон вообще? Ну как? Он же утром звонил, сказал, что он отдыхал и очень устал. Ага. Понятно. Очень сейчас, хорошо. Пока он там одевается, где наш этот охотник? Охотник? Я там знаю, где охотник. Джим, ты проведешь этому нашему новому кадету экскурсию? Я пока разберусь с лицензией этого охотника. Ну, хорошо. А ты Грейс проводил экскурсию? Мне надо еще сейчас ехать за новобранцем, который там на права сдает, так что... Ну, он же сдает, доедет, я думаю. Ну, посмотрим. Так, добрый день. Да. Так, вы Малик, да? Линкольн 13. Угу, понятно. Пойдем со мной. Ну, я думаю, оптимально будет всего, если, во-первых... Так, планы? В общем, смотри, значит, здесь у нас брифинг-рум, ну, здесь обычно всякие доклады, все вот это вот, а всякая лабуда. Пойдем. Так, на первом этаже у нас находятся камеры заключения плюс допросные. Собственно, если ты кого-то ловишь, ведешь туда, заводишь через задний вход, сейчас покажу, где он. Ну, если арестованные, естественно. Я понял. Так, вот, собственно, все камеры. Так. Вот. То есть, получается, ты, короче, подъезжаешь, вот, и через этот вход сюда заезжаешь и заводишь тут этого... преступников. Да, ступеньки такие прям опасные. Ну, что поделать. Берет кадета со сдачи прав. Прием. 10-4. Так. Значит, сейчас тебе допросный этап покажу. Ну, здесь, собственно, компьютер наш. Там, ну, это уже разберешься по ходу. Вот. Вот у нас те самые. Вот, значит, две камеры наблюдения. Комнаты наблюдения. Вот две допросные, значит, здесь и здесь. Вот, и тут тоже камеры, если надо будет. Ну, если перенаселение будет. Ну и, в общем-то, все. Так что сейчас тебе надо тогда пойти в магазин Надежды. Тут недалеко есть, около ПД. Надо купить тебе форму. Стоит $250. Ну, форма стандартная, вот. Такая же, как у меня и у остальных.
Хорошо, сэр. Вот. Это самое. Оружие тебе там потом выдадут, убили, заберешь. Да, мне уже, да, да. 10-4. Поднимайся, надо с этим охотником решить. Вот, все, тогда давай, иду переодеваться, ну, за шмотками. И потом возвращайся там. 10-4. Посмотрим, что будет. Смотри, стрит, расклад такой. Ну. Эта хрень вроде как опасна, здоровая как это, как человек, или кто он там, это, йети, бигфут, хуети, короче. Я, конечно, в эту хрень всю не верю, но если что, это, запиши телефон его. Так, давай, сэр. Даю добро на отстрел этой херни, проследи, чтобы именно этой херни. Если он какого-то бомжа пристрелит волосатого, и это окажется не обезьяна, у нас будут проблемы, стрит. 49, 41, 4. Так, смс-ку я вам отправил. Хорошо, как только вы увидите, звоните мне. Угу, я понял вас. На охоту у него есть документы в порядке, оружие там, все вот это, но... Ага, я понял, хорошо. Ну все, Владимир, короче, еще что, нужно знать, эта херня выползает ночью. Угу. Ну и как бы близко к ней лучше не подходить, она может тебя на куски порвать. Я понял. Они сказали, что они на него напали вообще голыми руками. Это нормально? Это не знаю. Медаль за отвагу им дайте. Да, конкретно. А может, а дробовик взять? Знаешь, вот эта вот штука немаленького калибра. Эта херня выдержала 3 выстрела. Понятно. Еще как, походу, у вас до сих пор бодро бегает. Да бодро. Но они сказали, что он им тачку обосрал, или что он там сделал. Чем он у вас кидался с крыши? Да я так и не понял, но тачка была разбита. Кстати, надо счет оплатить. Ну, так. Может, он ее это... за самку принял. Интересно. Машину за самку, интересно, да. Ну да. Ну, логично. Там. Слушайте, а может заманить эту хрень на какой-нибудь завод и там, не знаю, кислотой облить или что-нибудь такое? А как ты ее заманишь? Ну, а что эта хрень любит вообще? Я как понял, она вообще с гор спустилась для того, чтобы самку себе найти. Слушайте, у меня есть идея. Вот от него очень интересный запах исходит. Можно на него напялить костюм обезьяны. Нет. И заманить куда-нибудь. Мне куда кажется, нам надо. Ты его обидел. По-моему, ему не нравится эта идея. Ну, он же детектив, он должен расследовать. Вот будет под прикрытием. Знаете, мне даже страшно представить, что будет, если Бигфут до него доберется. Ну, мы можем надеть на него там что-нибудь, чтобы, не знаю, какой-нибудь защитный костюм. Да, что-нибудь сексуальное. Ну да. Сковородку под задницу. Ну, типа того, да. Ой, сковородка под задницу — это лучшая защита так-то, да. По-любому. А, ну и эта херня выползает, ну, в общем, ночью я ее всегда видел. Да вот мы тоже ночью видели. Ну, да. Днем я сколько искал, там, блин, по горам ползал, нигде никаких, блин, ее логов я не нашел. Угу, ну понятно, я понял. Хорошо, ладно, будем тогда заниматься, если что, сразу наберем вас. Угу, давайте, да, я пока пойду свою машину с парковки достану. Да, окей. Окей. Так, я тогда на патруль поеду. Ленкольн 1 запрашивает 10-11. Линкольн 15, иду на патруль. Вильям 8, ожидаем кадета на сдачу прав. Вильям 10 на парковке. Линкольн 6, я разрешаю. Да блин. Твою мать. Твою, сука, мать!
долбаные механики. Да, теперь я не заметил, кстати, что он, видать, увидел, что он оторванный. Не понял. Мэм, у вас там все хорошо? Видать, нет. Что? Это, короче, тренировочная тачка, я понял, с надувной бабой. Ставим эту машину. Так, открыть гараж. О, нормальная появилась. Е-бой. Все, ура. Так, lock it. Unlock it. Все. Короче, у меня первая тачка, она получается в говно. Блин, вообще вот эти тачки бы надо, наверное, ставить. Сейчас. Да она как-то странная, я не понимаю, как это работает. То есть, получается, у меня одна будет всегда такая, а другая всегда другая, что ли? Я же вроде... Блин, непонятно, короче. Ну-ка, сейчас проверим. Блин, реально с оторванным, короче, это. Какую купил, такая и будет? Ну, походу, да. Блин, а ее продать нельзя? Так, вот смотрите, открыть гараж. То есть они обе не в гараже. Поставить транспорт в гараж. Так, открыть гараж. Ну да. Короче, мне теперь нужна только вторая. Все, ясно. Да, конечно, тратится мега быстро. Ленивец там все эти самые репортажи скидывает. Я вчера посмотрел, по LCPD я еще не смотрел, кстати. Ай, там желтый был, ладно. Линкольн 15, вы забрали там Линкольна 6, нет? Так точно. Так, это вы вот стоите, да? Так точно. Вы ему гетто показали, нет? Нет. Я покажу. Показывайте, да. Таксист проехал на красный. Сэр, добрый день. Вы почему двигались на красный свет? На красный, да? Да. Чего-то я не заметил, видать. Ну, плохо, что не заметили. В общем, на первый раз делайтесь предупреждением. В следующий раз советую не нарушать. Хорошо. Да, будьте аккуратнее. Да, и кстати, у нас тут по городу какой-то йети бегает, в общем, не спрашивайте.
В общем, это очень опасная зверюга, вылезает обычно ночью, так что если вы заметите его, то вызывайте сразу полицию. У нас работает тут специально обученный охотник, и сами старайтесь не, ну, не вступать в контакт с этим зверюгой, с этой. А насчет красного не подскажете, правило 3 секунд работает? 4. 4, ага, угу. Хорошо. Да. Буду иметь в виду. Да. Насчет есть и хорошо. Да, и там, ну, если будете... Да-да-да, всем расскажите, так что и будьте очень аккуратны, и сразу же вызывайте полицию. Вот, ладно, все, до свидания, сэр. До свидания. Фу. И спиной к нему не поворачиваться, да? Иначе он вас изнасилует. Так, инвентарь. Мне нужно похавать. Блин, пипец, они так мало восстанавливают, но это надо все сожрать. Давайте даже две. Ну, блин, нет, раз пропало, значит, можно одно. Фанкай, сын, спасибо за фоллоу. И хз, что хуже, до смерти лежит с этим. В смысле, если на тебя нападет эта зверюга и изнасилует, вот уж не знаю. Опять он на красный ехал. Так, это механик, что ли? Каждого свой красный. Ну, он вообще не останавливался. Я сомневаюсь, что у него там был зеленый прям. Так, что, это можно убирать, да? Ну, прикольно, блин, я не могу это убрать. Зря трогал. Аккуратненько подвинуть. Красота. Не могу я их убрать почему-то. Хрен знает. Не убираются. Да, у него был всего лишь светло-красный, почти розовый. Ну чё, как дела? Честно, руки трясутся. Не знаю, в этого попей, как его, Алка-Зельцера там. Что? 10-5. Лингаль 15, оказываем 10-2. Блин, у него... Ай, это ад. Куда он? А вон, вон он. Ситуация рулевая. Более-менее несколько. А может тащить его? Какого, мать его, чёрта? Кого там где-то обстреляли 10-5? Вильям 8 с кадетами. Вильям, ты повёл двух кадетов в гетто, ты серьёзно? Они я буду показать Диану, а не заезжать в него. Где ты именно находишься? Возле продажи автомобилей. Прием. Где-то налево, вверх по улице. Там, где трамвай ходит. Петруза. Что?
Какой продажи автомобилей, стоп? Там, где трамвай ходит, это вот здесь, что ли? Ничего не понял, ладно. Чё там диспетчер ПД сообщает? Мне кажется, они не там, нифига. Не то. Вот 160 метров. Что там у вас? Да, стреляли на спуск. Ну идиоты вы, что могу сказать? Ну что, теперь поняли, куда заезжать не надо? Так, поняли. Вот здесь ездите только по центральным улицам. Ни в какие переулки, закоулки не заезжайте. Мы не заезжали в переулки, сэр. Я вам просто говорю. Почему в меня не стреляют, в вас начали стрелять? Вот мне интересно. Может, потому что вы на ту улицу тупиковую не заезжаете? Ну, потому что, может, не надо все на всякие дурацкие улицы. Говорю, ездите только по центральным улицам. Все, больше никуда. Да мы тут при чем? Нам приказали, мы заехали. Ну... Как точно, так и было. Я, это, не удивлен. Просто у кого-то крыша ржавая, вот и все. Вы намекаете на цвет волос, сэр? Ну, я боюсь, что тот человек, у которого ржавая крыша, он лысый. Может, конечно, в душе он тоже рыжий. Кстати, познакомиться. Меня Фейт Грей зовут, если что. Джеймс Дэвид. Вы там доехали, нет? Здесь 4. Тормозите так резко. В смысле? Все же нормально, не? Yep, сэр. Бывает. Все, выкатывайтесь. Линкольн 15, Линкольн 6 и Линкольн 3 находимся в полицейском департаменте. Сэр, у вас дверь открыта, сэр, в машине. Да, ну закрой ее, у меня нормально все. Так, где этот пьяный чмошник? А, во, все нормально. Так, Джеймс Дэвид. Доехали. А, кстати, слышь, Дэвис, это самое, дай свой номер телефона. Все еще телефончики стреляете, рация вроде в порядке. Так, что там опять этот алкаш делает? 5-2, 155. Где моя машинка? Машинка твоя не закрытая стоит на нашей парковке. Капитан, кадеты себя отлично проявили. Никакой так, паники, эти смс-ки там отправил. Понятно. Отстреливались? Лейтенант Джеймс Трид. Нет, никак. Вы что? В гражданских-то. Мы даже оружие не успели достать. Кадет как газанул. Ну. Ты, конечно, молодец, экскурсию провел. Нафига ты, блин, ну, с центральной улицы съехал? Ну, мы ехали мимо Баласов. Я смотрю, у них оружие. Говорю, ребятки, давайте тихонечко проедем. У них оружие. Мы ехали отлично. 30 км в час.
А тут Грейс говорит, да ни хрена у них нет оружия. Я говорю, да нет, есть, надо глаза открывать, офицер, кадет. Разворачиваемся, едем смотреть. Да, действительно оружие, даже пульки полетели, ёпта. А ты думал, вадиными пистолетами будут там стрелять или снежками вас кидаться? Это видно, Грейс так думала. Грейс, внимательно обращай. Что? На руки подозреваемых, а они там все нахрен подозреваемые. На рубашки, на их, на штаны. Так ты ж не верила, что так у него пистолет. Я верила, сэр. Не верила, ты сказала, у него нет оружия. Мы поехали убедиться в том, что у него есть оружие. Но вы же видели, что есть оружие? Зачем вы вообще решили заезжать в гетто, господи? Я хотел показать, где оно. Ну, чтобы ребятки знали, куда заезжать опасно. Так можно же не заезжая. Просто показать. Вот почему туда? Я вот проехал без происшествий, тоже по гетто, и показал им, где, куда не надо ездить. За секунду. Ну, вот же, ты-то ты. Ты даже отчет ему не сдаешь. Потому что я лейтенант вообще-то. А ты офицер. Хоть и детектив. Лысый детектив. А, ну, ты вообще да. Молчи. Слушай, а я все думал, че он кепку напялил? Да я говорю, вот у них тут... Ладно, не важно. А ну-ка. Ну-ка, сняла. Ну-ка. Посмотри, может он тоже рыжий в душе, а? Ну? Ну помянем, ну. Как бы. Вроде лысый. Слушай, я могу пожертвовать свои уже волосы назад. С задницы. Интересная идея. А он не опьянеет от этого? А тебе от твоих бы волос? Кому-то подставить, старый. Я бы тоже что-нибудь пожертвовал, но мои волосы на груди слишком шикарные. Да вот на голове слишком. Смотри, шикарно. Он будет с кудряшками. Ну да. Вы меня пугаете иногда. Ну, чего? Кстати, а где этот новенький еще один? Я его послал за формой, и он как-то пропал. Так как? Выбирает, наверное. Так долго? Показывал, а рацию ему выдавал уже? Нет, ничего не выдавал. Может, его это яйца сожрал? Блин, поеду-ка я съезжу. Так, шестой, поехали со мной. Слушай, ну вроде сказали, что этот по ночам вроде выходит. Так, сейчас сиди. Да блин, дверь открылась. Чё-то его как-то тут нету. Блин, у меня есть деньги на счету? О, есть, отлично, мне надо там кое-что сделать. Прикольно. Это что за новая фигня? Отлично, я не могу сохранить шмотки теперь. Класс. Ир, привет. Я здесь могу? Блин. Забавно. Нет его там. Интересно, куда он пропал. Да тут сложно заблудиться-то. Что за черт? Виагру жрёшь, есть нахрен прощупывается после Виагры? Виагра — это витамины, бля, B6. Зачем тебе Виагра, господи, старый? Ты Виагру как витамины жрёшь? Виагра — это не Виагра, это у него просто зрение плохое. Слушайте, представляете, мне в магазине шмотки не продают. В смысле? В прямом, вообще. Вот маленькая такая с полосочкой, B6 написано. Походу, у них нету моего размера. Бред какой-то. Может быть, вы в чёрном списке, сэр? А с чего я должен быть в чёрном списке? Может, где платили, сэр? Газировка не будет. Так, пойду проверю. Да.
Вообще там... Газировка вредна, сэр. Что поделать? Тебе тоже не продали? Кого? Нет, нормально все, сэр. Нет, ему про... А вот мне нет. У меня с одеждой какая-то беда. Ну, поспи, иди там, приляг, я не знаю. Ну, наверное, надо будет, да. Давайте, да, я сейчас передохну, сейчас вернусь. Что-то бред какой-то. Так, а скинь, пожалуйста, еще раз ссылку, ленивец. Так. Так, захват экрана. Это не работает. А, вот, заработал. Сегодня мы часто сталкивались с полным беззаконием и бездействием полиции. Давайте посмотрим, где же обитают наши с вами стражи в кавычках порядка. Мы находимся прямо у здания LSPD. Меня зовут Дак Рилтон, это Weasel News. Снимай, снимай, снимай. Дубль. Господин полицейский, господин, пару комментариев по задержанному. Господин полицейский, пару комментариев по задержанному. Оставил его. Только пожалуйста. Официального источника. А вы не официальный источник? Вы... В 9 часов вечера. Все, до свидания. Вы не официальный источник, господин полицейский? Я детектив. Я не имею права разглашать ничего пока. Средь бела дня простой афроамериканский парень пытался заработать себе на жизнь. Как тут, из-за угла, 10 полицейских выскочило на него и арестовал его. Очень сильно нарушая его права как афроамериканца и как человека. Что происходит в участке? Мы просим дать комментарий, нам говорят без комментариев. Кто главный? Кто в ответе за этот беспредел? Дак Рилтон, специально для вас на Weasel News. Какого черта? Здравствуйте, капитан. Что, мы... что это такое? Мы Weasel News, капитан. Мы Weasel News. И меня зовут Дак Рилтон. Пару комментариев по поводу так. Пойманного преступника. Какого начали преступника? Ваши парни работают очень отчаянно и круто, капитан. Вы поймали сегодня преступника. Пару комментариев. Да мы каждый день сотнями их ловим, ну. Так. Так. Ну и пару комментариев. Да. Служите, защищайте. Здравствуйте, меня зовут Дак Рилтон, это LSPD, и рядом со мной находится капитан полиции Боба Хайтауэр. Господин Хайтауэр, сегодня Лен, ваши привет. Парни задержали особо опасного преступника. Дайте нам пару комментариев. Мы молодцы. Меня зовут Дак Рилтон, мы ведем репортаж из LSPD. Рядом со мной находится детектив Макс Пейн, который задержал практически ни в чем не повинного афроамериканского парня за то, что тот хотел заработать себе на жизнь. По крайней мере, так он сказал. А что было на самом деле, господин Пейн? К нам сегодня поступило заявление о том, что в районе аэропорта угнан автомобиль такси. Вот, угнал его темнокожий мужчина в красных шортах. После проведения следственного мероприятия мы выяснили, что он находится возле ЛСПД. Была создана команда и группа по задержанию... Блин, его все тише и тише, блин. У которого при себе была канистра. Я так думаю, что он мог с этой канистрой что-то еще поджечь. Он же ж преступник. Вот, и получается, что в ходе опаснейшего мероприятия мы его задержали и доставили в ЛСПД. Позже выяснилось, что он подошел к автомобилю... Опа! Спросил... Пошел Дак Рилтон, это ЛСПД, и с нами меня был вылезали. Детектив Макс Пейн. Спасибо вам большое за комментарий, сэр. Пожалуйста. Служите, защищайте. Чёрт! Блин, ну самое палево, короче. Ой, такие они не очень. Так, ребят, короче, огонь, концовка, да. Ладно, я сейчас подойду через пару минут, пока послушайте музыку. Сейчас вернусь.
Так, ребятки, я вернулся. Давайте-то начинать, да? О, в смысле, не начинать, продолжать. Сейчас. Пум-пум-пум-пум. Блин. Гребаный Wi-Fi. Так. Работает? Работает. А, еще и у Техаса вырезал, ну он да. Не, ну концовка, да, огонь. Мне понравилось. Эта музыка. Прикольная, кстати, картинка получилась. Мне нравится. Так. Блин, еще и дождь пошел. Ой, ёпта. Как четко машинка-то появилась, а? Ничего не видели? Подождите, мне надо на рацию зайти. А, рация, рация. Так, прием, меня слышно? Здесь четыре. Отлично. Потом как-нибудь замутить все нормально кнопки. Вот, теперь могу, кстати, все нормально. Так, очки. Все. Платить покупки, да. Хотите сохранить? Нет. О, 30 баксов теперь, нормально. Так, я теперь могу снимать очки, нет? Ну-ка, аксессуары. Очки. Вот, теперь могу, все, отлично, починилось. Это баг из-за того, что у нас, короче, слетели наши персонажи. Их надо было, типа, заново восстанавливать. Их восстанавливали админы. Вот. Поэтому такая фигня. Могу я теперь убрать эту фигню, нет? Я не могу. Так, тачка, 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 тачка. А, прикольно, я теперь... Класс. После перезахода тачка... Ну, ключи пропадают от нее. Ну, это пофиксим, кстати. Это уже было вроде в баг-репорте. Что-то похожее там было. Стоят целая толпа там. Прикольно. Да блин. Ну почему? Сейчас я еще раз напишу на всякий случай. Thank you.
Во. В смысле вы... Класс, тачка не моя, прикольно. Как она не моя-то? О, теперь еще и пиликать стало, да? Класс. Блин, пожалуйста, вот хоть бы она сейчас пропала. Ну, в смысле, поставилась в гараж. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Блин. Транспорт поставлен в гараж? Серьезно? Это как? Ну, если он не поставлен в гараж? Ой-ой, что-то я там перетыкал, да, короче? Ну-ка. Но она не в гараже. Так, загрузка какая-то пошла. Ну, типа, если я ее не видеть не буду. Блин, а последнее там было, что он выгнан из гаража. Это печалька. Бульвар, бульвар. Транспорт был поставлен в гараж. Как? Ну, прикольно. Эта машина не моя, короче. Ой. Почему так? Почему не работает? Ну, она не ставится, короче. Ну, я типа могу еще одну купить, конечно. Ну ладно, хер с ней. Пускай будет такая. Ну, буду не закрывать сегодня. Что поделать. Я надеюсь, никто типа не сваривает. Чё? Да ничего, 200-х возит. А я, называется, отдохнуть отошел, блин, и ключи где-то потерял. Теперь машину закрыть не могу. И в гараж поставить. Билли говорит, типа, она не твоя. Да загони в общий, а потом... Загони, загони в общий, да. Ну, ты схему утром не помнишь. Да это понятно. Ну, так-то украсть же могут. Да ясно. Кепку сейчас дать-то? Да ты там дождь. Да не, не надо. Там вызов о драке был около магазина, около Юникорна. Детектив туда поехал. А, понял. Она типа потом моей станет, что ли, или как? Не понимаю. Сейчас давайте кое-что затестим, кстати. Сейчас мы ее, короче, поставим, да? Пускай она тут стоит. Все. Сейчас мы купим еще одну машину.
Только немножко по-другому мы это сделаем. Так, открыть гараж. Все, отлично. Так, магазин транспорта. Так, не то. Магазин транспорта. Вот. Покупаем. Да. Все, 100 баксов. Так, теперь надо ее выгнать. Просто какую я купил? Открыть гараж. Все, выгнал. Ага. Все, теперь... Ой, ребятки, спасибо за фоллоу. Вот, короче, да, какую покупаешь, такая у тебя и будет. То есть, короче, у меня только первая факапленная. Блин, а звука нету у Локида, кстати. Хорошо, опять релок. Ну да. Ну как там? Да нормально все. Ну короче, вот это вот тусня с ключами помогла, да, утренняя? Не-не-не, там я по-другому сейчас сделал. А ну колись, что там били? Да чё, еще 100 баксов заплатил и взял себе нормальную машину. Не охренеть. Да там, я ее в свой гараж поставил, завтра посмотрю, может ключи найдутся, может они там завалились куда-нибудь. Понятно. Как обычно бывает под сиденье. Ну, типа того, да. Слушай, у тебя тут какая-то бирка, что ли, приклеена, это что за фигня у тебя тут такая? Ну, а тебе кажется. Да, ой, блин. Да, вот, да, неудобно. Да мокрый пол просто. Обычно хочешь встать, а получается... Да, ну, нормально. Дело привычки. И дождя, естественно. Да, кстати, с магазином я тоже разобрался, все хорошо. Они мой счет просто потеряли. Медики смену окончили уже? Чего? Ух, погодка. Че там в стрип-клубе? Да тихо, ничем не пахнет. Там есть хоть кто-нибудь? Тут, ты уверен, что ты в стрип-клубе искал как бы драку, а не сиськи? Или выпивку? Искал... Говори да, просто. Да. Дело раскрыто, капитан. Понятно. Че тебе понятно-то? Лысый. Это не он сказал. Чё, да? Это капитан сказал, ёпта, чё ты хочешь меня? Да у тебя всё уже хана, да? Да, это предъява. Да. Первая в этом департаменте, кстати, да. Надо день этот записать в календаре. Сегодня вроде на третьих. Да не, просто медиков ещё мало. Сейчас вот заявки ребята пишут там на медиков. Там есть парочка, надо собеседовать. Не 3 сентября, сэр. Предъява, это первая. Сухой закон меня доконает. У нас же не 30-е. Ты в городе алкоголь видел вообще? И вот не смысле. Надо здесь шутить, что это я все выжрал, окей? Ты знаешь... Ты же настолько заезженная, что уже просто не хочется говорить. Одна работала? Да ладно. Ну вот блин, вот это вот великая проблема. Нужно набирать вообще всех. Хотя ты привык. Не нужно вот это усилие. Вот тех много... Тех мало. Так. Я не столько много пью. Да, ты еще иногда спишь. Ха. Бывает. Пипец, какая работяга, ну да. Так, ну скоро уже, по идее, ночь, да? Можно вооружаться? Это да. Ну, да, возможно. Какое вооружение-то, брат? Я думаю, что в любом случае нужны бронежилеты. Да. У меня есть идея. Может быть, кадетов пока не наступила ночь свозить на стрельбище, в этот, в магазин оружия. Пускай потренируются. Ну, кстати, можно. Ну, слушай, час остался до ночи-то. Мы не успеем. Мы как раз за час успеете пару раз выстрелить. Вы только не дождетесь. Не смогут.
Так, Грейс, ты умеешь стрелять? Ну, относительно. Относительно чего? Относительно вас, сэр. Я хорошо стреляю. Ну, вот. А я относительно вас. Неплохо. Что относительно меня? Вот там опять эта девица рыжая. Неплохо. Немного жмет в районе пузика. Похудеть бы тебе. Ну, да. Грейс, работка подвалила. Норм. Ох, наконец-то тепло и сухо. Заявление принято. Добрый день. Ну, салаги, занимайтесь. Здравствуйте, на мою сестрёлечку напали. Кому можно подать заявление? Это была обезьяна? Нет, это был человек. Конечно, возможно, он был... человек. Да. Ну вот, к рыженьким подходите. Кто-нибудь из них. Господи, лез рук, лез рук. Грейс, давай. Вы еще монеточку подкиньте. Но я сам подходите. В шоке, девушки. Так, шестой, пойдем со мной. Есть, сэр. Так, бронежилет хватай. Господа, вы не могли бы быть потише? Я не слышу милую девушку. Так, подождите, а что у меня осталось там? А, мне дубинка нужна, да? Так, ты там все вооружение взял? Тайзер, сэр, и пистолет. Тайзер, пистолет, фонарик, дубинку. Да. Все есть у тебя, да? Да. Отлично, так. Так, ладно, разбирайтесь, я пойду от себя посижу. Ага, секунду. Один год шесть. Сегодня какой число? Так, я на всякий случай возьму карабин. Подожди, ты там что за автомат взял? Ты где калаш достал, слышь? Идиот. Б. Да. Ага, Б. Иди да. Сдай калаш, возьми нормальную винтовку или дробовик. Там нету. В смысле? Ну... ну, в прямом смысле. Так, подожди. Штурмовая винтовка. Вот, возьми карабин себе. Я его сдал только что. Скажи, как называлась та улица? Ну можно, пожалуйста, с калашом? Нет, с калашом нельзя. Такие вопросы имеют какое-то важное решение или как? Или я могу просто писать своим словами? Это дробовик возьму. Может просто сказать, что это было около парка Патекциона? Да, можете указать так. Я думаю, в этом городе. Такие, блин. Не забудь указать, что он теперь синяком под глазом. Не забудьте указать приметы, да. Чем был одет. Пойду дробовик отнесу в машину. Да, кстати, вот я тоже сейчас это сделаю. Так, нужен транспорт. Вот вы не поверите. Бери патрульку. Ну, не патрульку, в смысле, эту. Свою. Слушай, у меня джип большой, может, на моей. Так, ну, берите джип, да. Так. В смысле багажник закрыт? Положить. А, прикольно, я не могу туда класть дробовик. Прикольно. Сейчас багули напишу. Так, я что-то хотел пожрать, да. Так, и вода. Все, нормас, живем. Так, у меня там еще еда какая-то осталась, блин. Фруктовый сок, на булка.
Слушай, а у тебя локер работает в этом самом? Да. В багажнике. А что ты в машину не положил? А у меня локер сломался. Я не могу положить. А, подожди. Ну? Подожди. Ну, как бы ты разокопируйся, да? И, типа, подходишь к багажнику и ложишь, типа, туда. Ну, ты понял. Наверное, сейчас. Вот, как бы, понимаешь, просто вот я могу подойти к багажнику и заэкипироваться сразу там. Ну, как бы, я понял тебя. Блин, что делаю? Багажник такой, туда ствол длинный, не влезает, что-то еле пихнул, да? Да, сейчас посмотрим. А, лол, не могу. А, ну теперь мне просто его надо, короче, взять и экипировать. Все, ясно. Так, хоп. Так, тогда надо обратно это вернуть. Так, а вы чё в этом-то? Чё броники нацепили-то? Ну а мало ли этот йети нападёт? Вы что, до сих пор не поймали ту обезьяну? Вы думаете, он нападёт, господи? Не, нам прислали. В смысле ночью? Он что, у вас что, есть какой-то маньяк, который появляется ночью? Это не маньяк, это йети. Спустившийся с гор. Ищет себе самку. Да, мэм, все правильно. Заполнили. Отлично, и что теперь? Все, я приняла ваше заявление, будем искать, разбираться. Пообещаете, что вы найдете его? Постараемся, мэм. Сделаем все, что возможно. Хорошо, я вам верю. Вам верю, а вот этим людям не очень. Они действительно верят в йети? Вообще-то тут уже даже охотник есть, который приехал и нам это доложил. Выслали специального охотника обученного, чтобы этого йети остановить. А вы проверяли карманы этого господина охотника? Все там нормально, мэм. Все нормально. У него даже есть разрешение на отстрел йети. Официально подданное, ну, государственное. Так что не надо. У себя в этом городе, конечно, сюрпризы. Да, бывает. Возможно, нам стоит идти домой. Господи, там все еще не прекратился дождь. Если у вас оружие есть, возьмите его с собой. К сожалению, нет. Откуда у двух милых девушек будет оружие? Подскажите мне. Ну, вон у нас есть милая девушка. У нее же есть оружие. Она же на службе. Конечно же, у нее есть оружие. Девушка, подскажите, вы вне службы носите с собой оружие? Что она такая? Да, только тайзер, мэм. Кстати, разве разрешен для свободного ношения? Да. Да. Ну тогда нормально, но остальное же оружие не разрешено. Но если можно же получить разрешение. Если есть лицензия, то разрешено. Я ношу. Мне кажется, с такими бандитами нужно все-таки носить. А сколько стоит тайзер? Ну, сколько он стоит, вам лучше уточнить в магазине оружия. Да. Девушка, если что, я могу вас сопроводить. И не обращайте внимания на его перегар. А, вот откуда ты запах. Лолочка. Извините, возможно, мне не очень хорошо. Такие люди. Вы знаете, откройте дверь, пожалуйста. Ворлд 2, спасибо за фол. Да твою ж мать, а. Я говорю, тик-так себе купи. Хорошей работы. До свидания. До свидания. До свидания. Я сожрал 5 пачек ронда, 6 пачек тик-така. Да.
Что-то не помогает. Может, мне еще освежающую свечку в жопу воткнуть, что ли? Я не знаю, что мне лучше. Кстати, вариант, слушай. Нет. Его перегар. Что, отвечаешь на анонимные сообщения? Нет, нам просто написали. Ты что, в кубическом треке приезжаешь? Да какой маньяк? Ты что, откуда бы он знал мой номер? Видимо, я просто не записала чей-то номер. Так. Позвонил. Ладно, слышь, шестой, поехали тогда на патруль. Если что, мы на рации. Хорошо, а вы этого ёбу не нашли? Ёбу нет, не нашли. Хотя мы не должны... Походу, ёбу дал. Я не уверена. Так, давай на эту, на рацию докладывай, что мы в Адам объединились. Ты же умеешь, надеюсь? Да, еще не приходилось, сэр. Ну, говори, что Линкольн 6 и Линкольн 15 объединились в Адам 6.15. Линкольн 6 и Линкольн 15 объединились в Адам 6.15. Отправляемся на патруль. Отправляемся на патруль. Молодец. Максатус, привет. Так, ну и чё тут за фигня? Мы видели дорогу, скорее всего, сэр. Да. Вы там пропатрулируете район, я не знаю, где-то должен быть этот ёбан. Ну а в каком районе-то он может находиться? Я не знаю, где-то должен. Ну, мы ездим. Блин, чё же рация такая тихая, сука? Так, сейчас, погоди минутку. Так. Радио FX. 3, 5, 10, 2. Ну, пусть будет 5000. Ой, может, так, не знаю, в медицинском центре, но вряд ли он туда попал. Ну, все может быть, сэр. Ну, поехали, съездим. Так, ну посиди, сейчас я схожу. Ну или постой. Ну тут все равно нет никого. Вернулся из мафиозного дома 2. Они закончили, что ли, стрим? Там нет никого. Ну, нашего, в смысле, этого парня нет. Катку с Ибаном закончили. Понятно. Так, ты главное в оба смотри. Я смотрю, сэр.
Так, если бы ты был Йети, куда бы ты направился? За город, сэр. Так если он в город, наоборот, из загорода пришел. Если бы я был Йети, я отправился за город, сэр. Хреново из тебя Йети, я понял. Точнее, не такой, как этот. Ну а что ему делать здесь, сэр? Ну он же здесь. Может быть, он ищет, как выбраться из города. И при этом он ломал машину около полицейского департамента, да? Ну, гнев, прочее. Так, погоди. Он очень гневался, что не может выбраться из города. И решил вот... Адам 615, направляемся по последнему вызову 911. Видишь? Я же говорил, что он в городе. Может быть, он просто пьян был? У него там, не знаю, галюники начались. Кто, Йети? Нет. Так я, блин, его сколько народу уже видела? Ну да. И то есть сейчас пришел вызов как бы на телефон. То, что похищен человек обезьяна, это как бы тоже глюк, да? Так, вылазим. И детектив тут как тут. Так. Слушайте, ну вызов был, что эта хрень похитила человека и ускакала по крышам. Пойду-ка я дробовик возьму, а, сразу. Текила-ла? Тихо, ты куда пошел-то? Блин. Придурок. Твою мать. Вот, нормально. Так, видишь что-нибудь подозрительное, нет? Никак нет, сэр. Нортон, есть там чё? Чего? Кричи громче. Да я говорю, это не видно ни хрена. Понятно. Игорь, привет. Ой, спасибо за рейд. Спасибо за рейд, Игорян. Это самое. Мы Йети ищем. Онлайн где-то, наверное, человек 20, я думаю, где-то так. Ну, как вчера примерно. Медиков нету. Сегодня вроде как только один медик был, или два. Да блин, насморк, твою мать. Возле ПД обезьян ростом человека. Твою мать. Выдвигаемся к вам. Шестой, давай бегом ко мне. Обезьяна ростом с человека. Она в сторону парковки убежала. 10-4.
Не вздумай, ну, не вздумай только из машины стрелять. Вижу эту тварь. Где? Так, надо вызвать, короче, этого самого. На крышу прыгнула. Попытался ее задавить, не получилось. Контакты. Слушай, она прыгает просто, дай боже. Да я уже понял. Ну, слышишь, как рычит? Твою мать. Так, все, сейчас охотник приедет. Лучше бы он приехал быстрее. Твою мать! Чего? По-моему, не очень толстая шкура. Ну, если уж ее дробовик не берет. Может, попробовать тайзера? Я, кажется, обосрался. Мне кажется, он тоже. Так. Извините, пожалуйста, мою тачку с проезжей части. Я не хочу кожу испачкать. Надо говно утряхнуть. Сейчас я свою тоже уберу, пожалуй. А вот и он. Слушайте! Так, чё, где эта херня? Ну, побежала куда-то вот в ту сторону, в общем, дробовик ее не берет. Я там раза 4 в нее попал и хрен там был. Вам бы, это, вам бы ручки размять. А, вот так определенно лучше. Вон она! Аккуратней, там люди! Да и Тишкин, это сила. Вон он на лестнице. Охренеть, блин. Цельтесь в него. Да блин. Он вот на этой крыше, вот там. Вот на этой, вот. Только что запрыгнул. Так, ну отсюда хер видно. Так не туда смотрите-то, вот на эту, вот туда. А, на ближнюю? Да. Ну... Вон он! Что там? Чудовище мохнатое, блин. Два раза точно попал. Отлично. Третий на лету. Ох. Да вы прям снайпер. Слушайте, мне кажется, ее пули не берут нифига. Так а чем ее валить? Ну не знаю, может электричеством? Ножом серебряным. Старость и радость. Слушайте, вы извините, конечно, но походу тут два йети. Чё? Приходят сейчас вызовы с Вайнвуда, что там тоже какая-то мохнатая хрень. Твою мать, машина есть где рядом? УПД только. А, 10-4, да, мы уже посмотрели, это походу второй йети, потому что один сейчас в районе парковки был. Лейтенант, разрешите калаш взять? Да, может, чем... Друг с другом? Там калибр больше. Ну бери, ладно. Спасибо. Слушайте, может их как-то это самое свести вместе, и они это секесом займутся и успокоятся? Я не очень горю.
не знаю, как ты их сведёшь-то. Ну, одного заманивать на другого как-то. Не знаю, что эти йети любят? Может, еды какой-то надо? Если б я знал, чем его приманить... Извиняюсь за выражение, но мне кажется, эти йети любят... ебобо. Ну вот ебобо, так и надо их свести, чтобы они ебобо-то. А где твой напарник вообще? Да он к себе поехал, стало. Ему ж работать надо. Да не, я не про вас. Это шериф был. Что происходит? Ебобо. Короче, у нас походу два йети, сэр. Что? Какие два? Кто? Что происходит? Человека таза. Что? Так, где... Шестой, поехали со мной быстрее. Так, я если что с вами. Ну, поехали. Так, где ты? Адам 615, вместе с охотником направляемся по последнему вызову 911. Блин, Олегу очень не вовремя хреново стало. Так, если что, я это окна все опустил, так что можете стрелять из машины теперь. Если что. Мне с винтовки-то хрен из машины выстрелишь. Ну это понятно. Слушайте, ну как вы в нее там на лету попали, конечно, в эту тварь. Я сам охренел. Это было круто, конечно. Так, еще один вызов. Да, это там же, все, едем. Так, чё? Куда? Ну, вот где-то в этих горах. Твою мать, я еще ночью по горам за этой хренью не бегал. Ну, пойдемте. Сковородки у всех на заднице есть? Да. Линкольн 6, бери тазер и старайся тазером попасть, может, эту хрень электричество не любит. Принято. Вон он. Где, где? Да вон впереди, не это, ты кто? Твою мать! Ёпта! Это оно! Что делать-то, сэр? Куда эта хрень делась? Да вот же он сидит! Так, вы кто? Да твою... Сэр, вы как? Вильям 10 по последнему вызову пробил к лицу и не доехал. За последний. Я вас понимаю. Это обезьяна надругалась надо мной. Какой же он быстрый, сука. Слушайте, походу электричество на эту хрень не работает. Я не знаю, что на него будет работать. Так, сэр, вы как, ходить можете? Так, вы вообще это... По-моему, мне не очень приятно ходить. А что произошло? Ноги болят. Да? Он говорит, что обезьяна надругалась над ним. Я... Линкольн 15 обнаружили пострадавшего, над которым... над которым надругалась... Какой-то афроамериканец над ним надругался.
Тихо. Домой захотелось. Господи, машину что ли отнести? Мы уже близко. Сэр, в общем, тут надо оформить. Секундочку. Слушай, может, все-таки хлебнешь. Так, нам попить воды, сейчас. Может, его хоть к машине что ли оттащить? Подожди. Мы на горе. Говорить, а как вспоминают... При пострадавшем какие-то документы были, кто это? Сэр, я тут немножко выпал, в общем... сейчас проверяем. Сэр, ну вы как там? Господи, подсветите его. Неприятно. Что? Что? Я... Над ним... Да, я. А, это он? Ёба, это ты! Это Пол! Мать твою, ёба! У меня... Как болит жопа. Твою мать, ёба! Не то слово. Ёбу... Ёбу... Ёба, тебя 6 часов не было, ёба! Ты что, был здесь все это время? Да, был все 6 часов. Ёба! Господь всемогущий! Помогите встать. Давай, давай, я помогу. Вставай. Давай. Нет, знаю, что сказать. Ёба, ты как, стоишь нормально? Это... Нет. Так, может его донести до тачки? Да. Ёба, давай, давай я тебя это подхвачу. Сэр. Ой, у вас тут по руке потекло. Ёба, что это за херня? Боже. Все, я, если, а тебе если я правильно понял, ёбу в попу ёбу. Да. 6 часов подряд? Да. Ёба. Так, слушайте, ну... Слушайте, у нас два йети теперь. Один, короче, какой-то вот черный вот этот вот, а второй этот рыжий. Я что-то в темноте его шерсти нет. Ну, я разглядел. Надо пробку искать. Слушайте, по-моему, придется брать взрывчатку. Пробу. Блин, как бы мы все от этой взрывчатки сами не отлетели-то. Так может их просто свести вместе? Так вот, я уже говорил про это, да. Если, блин, я знал, что они любят, я бы их уже давно свел. Так, ладно, пойдемте с этими тоже. Чем тут стоим? Я что-то вообще выпал, ребята. Это жесть. Назад поглядывайте на всякий пожарный. Чё-то мне после этого как-то очко жим-жим. Почему мы идем в кусты? Мы идем вниз. Я тоже бездовочку в руки возьму. Вы не в ту сторону идете, нам вон туда. А, ребят, у вас есть запаска? Нету. Ловить на живца, да вон уже. Ёбать, ёбали. Ой, господи. Как же это смешно. Водички попить. Да, сегодня репортеров не было. Да,
Да, я, знаешь что, я выкину это пальто. Ну, нормально. Я прям так, в кусты его, нахер его это пальто. Давай. Да кажется, машину тоже уже можно выкидывать. Откройте машину, парни. Ага, может он в вашей все-таки поедет? А это не моя. А чья? Нет, вот та. Это тоже не моя. А на чем вы приехали? Она муниципальная. Ну тем более, тогда в нее и сажайте, не надо в мою сажать. Но Билли ждет сюрприз, давай присаживайся, ёба. Я в этой поеду. Так, ну давайте то что, в полицейский департамент? Я с вами. Да. Я говорил, что к нему лучше близко не подходить. Ну так эта хрень похитила человека. Мы и не подходили. Подождите, подождите, я правильно понимаю, произошло то, что произошло? Да. Знаете, давайте так, то, что произошло в Вайнвуде, останется в Вайнвуде. Ну, это все на совести ёбы. Мне теперь интересно у ёбы узнать... Что? Размеры? Да. Ну, я думаю, что если он там... Ну, короче, не очень большой. Не, ну, если бы он был большой, как хомячка разорвало. Но, с другой стороны... Минус куртка. Минус машина. Я не знаю. Давайте лучше подумаем, как свести этих двух зверюк вместе. Ну, на вашем месте я подумал немного о другом, как бы сохранить наши задницы. Надеть мои трусы? Хорошая идея. У нас есть. Не помню такого. Сковородку к заднице примотайте. Ну да. Спросят, что это, скажете. Победили в компьютерной игре, вам дали кубок сковородку. Ага, если Йети похитит и будет пытаться проломить свой маршрут, то, по крайней мере, все услышит, где это. Так, пойду тачку использую. Да-да-да. Давай. Где стоит? Да, сейчас пошел там куда-то. Ты тут такое пропустил? Ну, код 200 как. Ага, мы тут ёбу нашли. Его немножко Йети отъебал. Полностью отъебал? Повезло, что это... По полной. Повезло, что я рядом с домом был. Я еще переодеться успел, да. Да, повезло. Да, у меня капитан код 200 был, я даже в рацию не успел сообщить. Да ничего страшного. Вы только это, но вы с ёбой поменьше, вы не напоминаете, хорошо? Ну он да. Он его отъебал? Он его, да. То есть у него понятно. Говорящая фамилия, да? Да. Говорящая фамилия, ёб. Господи, ёба, я даже не знал, что на тебе надето. Господи, что это платье? Мне кажется, это полотенце, сэр. Господи. Он нашел таки себе самку, да? Слушай, ты вроде эксперт, скажи, это безопасно? Он что умрет? Безопасно? Ну, секс с обезьяной. Но... Я думаю, если он не закончил, то может и безопасно. Еще никто... А случаи были, что ли? Ёба не первый? Ну, вообще не мешало бы на ВИЧ провериться. Так, если это обычная обезьяна... Я думаю, там еще и на бешенство надо проверяться. Парни, с меня сегодня хватит этого раз... Так подождите, вы в курсе вообще, что у нас два таких Йети по городу носятся? Ну, разбирай, я в вас верю. Отлично. Назначьте старшего по смене и все, господи. Да кто, я? Отличная идея. Так. Господи, парни. У нас нет калашей, у нас проблема. В смысле нет? В прямом. Я это... Отлично. В общем, между Палето и Лос-Сантосом есть военная база. Так. Может, у них есть еще потяжелее? Ну, давайте скатаемся. У меня там, кстати, друг служит. Я смотрю, вы втроем храбрые все, да? Очень. В смысле? Ну, оружие в руках, все дела.
Ты знаешь, сколько я, блин, выстрелил в эту хрень, и она не подохла? Я видела, я сзади была. Так я еще потом попал. А ты че, без оружия? А, ей нельзя же еще. Да. Можно. Ну, пистолет-то понятно. Тяжелый эти нельзя. Ёба! Эй! Аккуратней. Че с тобой? Мне нужен психиатр, срочно. Да тебе, блин, ты слушай, давай-ка ты анализы сходишь, сдашь. А доктор есть на смене? Давайте вызовем сюда я доктора. Приходил к ним, у них там что-то это, загруженность какая-то. Да, у них сегодня все плохо. И мы тоже там были, когда тебя как раз искали. Это пол... Что у тебя болит? Попа? Да. Ну, я даже не знаю, что сказать в таких случаях, честно, лейтенант. Пускай идет отдыхает. Полная жопа. Да вот пошло, я. У меня не болит. Да ты-то тут при чем? А, нет, лучше не буду сидеть. Да, ты поаккуратней. Чтоб приляг. Да ему в больницу. Знаешь, надо. Знаешь, что тебе поможет. Эй, эй, вставай. Я пришлю, не сюда. Да не надо на земле-то лежать. В кабинете у капитана. Вон она, да, эта хрень! Ему... Там аккуратно люди! По людям не попадите. Здесь 4. По людям не попадите, когда стреляете. Очень аккуратно. Давай, в переулок пошли. Я зажму его с этого переулка. Я с другой стороны оббегу. Он у меня, он у меня! Он на парковку запрыгнул. На парковку запрыгнул. Поднимаюсь на парковку. Твою мать! Да, он далеко упрыгал. Блин, я на линии огня, аккуратнее. Зато я больше вашего попал в него. Кнотачка какая-то. Я его не вижу. Да. Старость, не радость. Welcome hell, привет. Слушайте, я его не вижу. Блин. Так. У меня есть идея. Слушайте, я, кажется, стрельбу слышал. Я, кажется, вижу темное место, где он может прятаться. Он возле ПТ. Возле ПТ. Здесь 4, бежим. То есть всегда. Давай, старый. Надеть маску обезьяны, конечно. Кто будет таким наркоманом? Линкольн 3, вы где? Мы в ПД. А, наблюдаю, наблюдаю. Он напал на охотника. Слушайте, а может заманить эту хрень в ПД и закрыть его там? Может его тайзером попробовать? Может его пули не берут, а я пробовал, у меня не получилось.
Его тазер вообще не берет. Пожалуй, я останусь в ПД. На кого охотитесь? На йети, который вот насилует. Вот. Да блин! Вы опять его спугнули, надо было заманить его внутрь. Он около ПД был. Парни, вы где? Я закрыла дверь, и он пытался вломиться. Давай, вон он на крыше. Так. Дверь пусть будет открыта. Твою мать, да его насквозь прошил. Какой-то он бронированный. Давайте отойдем тогда от... Надо подождать, пока он зайдет в ПД. А его это остановит? Ёпта! Ай, сука! Говнюк! Ага. Голова на месте. Да на месте. Ладно, хоть не схватил, да. Вы этого ёбу спрятали? Да он в раздевалке спрятал. Вон он, внутрь забежал, эта хрень. Закрываем, закрываем. Он открыл дверь. Раздевалку. Давай быстрее заходи. Да ну твою мать. Нет. Как он это сделал? Дверь закрыта была. Он проломил дверь, вы видели? Блять, грудь болит. Так, что там с ёбой? Ёба, ты где? А где? И слушай, его нету. Не, ну на руках у него его не было. Куда он мог смыться-то? Так, я пошел за автоматом, короче. Надоело мне с дробовика стрелять. Он не исчезает, он типа прыгает. Так, сдать оружие. Помповый дробовик. А, взять. Он на крыше. А, все, у нас теперь карабина, отлично. Он в ПД! О, нет! Твою мать! Стреляй! А, твою же мать! А, сука! Тут есть какая-то хромая. О, вот, хромая. Ты как? Твою мать, да эта хрень меня отпинала! А. У нас есть что-то поубойнее. Ну, вот только автоматы. Где он? О боже! Блин, хрена... Оно как-то агрессивно настроено. Да, конечно! Ёба опять пропал. Да, ёба пропал. В смысле? Ну вот так вот, блин, меня не оставляйте одного. Эта хрень теперь на меня нападает постоянно. Вон он! Да, блин, да что? Прости. Я закрывала все двери здесь. Ты как? Да нормально. Так, и так, все. Все нормально. Да, ты поаккуратней. Меня эта хрень чуть не схватила. Где она? Да черт ее знает, в ПД была. Она высоко прыгает, может на крышу залезет снайпер. По-моему, какое-то движение в раздевалке, то что видела. Давайте проверим. Прикрывай.
пусто. Так, мы на крышу пошли. Слушай, может, не знаю, каких-нибудь военных вызвать. Так, давай, у тебя дробовик, иди. Взрывчатка, да вообще есть. А я не знаю, кстати, есть у нас костюм минера или нет. Че, не видно его? Не. Так, с крыши не видно его. Бескрыл, спасибо за хвост. Проверяю низ. Ксюха, привет. Че, как, поиграли в WoW? Или вы все время в очереди стояли? Великолепно. Задний ход открыт. Да, это мы открывали. Можешь закрыть его, кстати. Закрыла, да. А мы тут на Йети охотимся. Возле камер чисто, возле запроса чисто. А, понятно. Что, ёба? Решил лучше взять свой. О, смотри, вон же он! Ну этот. Ёба! Да? Ты чё тут делаешь? Прячусь от этой обезьяны. На крыше! Ты нормальный? Да. Ты видел, как он прыгает? Да. То есть. Да блин, давай слезай оттуда! Сейчас. Как вы его заметили-то? Какого Йети? Обычного Йети. Ай, как неприятно. Как твоя жопа? Во. Понял. Так, мы нашли Йобу. Где он? Был на крыше, прятался. Лейтенант. Да. 10-4. Может, Йобу где-то прикрыть пока? Помощь нужна? Не, не нужна пока. Он же придет за Йобой. Он внизу. Блин. Давай его в клетку посадим, Йобу. Он же за ним придет, и будем его там охранять. Так и чего? Чё потом-то? Ничего, расстреляем. Клетку. Так ты понимаешь, что не берет эту хрень? Сколько мы уже в нее стреляли-то? Как вы там на крыше? Мы уже внизу. Будет закрытое пространство, где мы будем все простреливать. Закройтесь. Почему тут кровь? Это Йети. Может, кровь. Я останусь с Йобой? Это Йети был, это не обезьяна переросток. Да черт его знает. Так, Грейс, иди, короче, с Йобой вниз, запритесь в камере. В какой-нибудь. Пойдем. Не сюда идешь, туда. Пойдем, пойдем, пойдем. Блять. Где он? Ёпта! Слушайте, с дробовика намного удобнее попадать в эту хрень, если честно. Вон он! Сраный туман, вот нам и только его не хватало. Ёпта! Может, кто-то стоит кого-то оставить на камерах, чтобы не следили? Да мы его наблюдаем. Вон он там. Вон он наверху. Блин. Ой, ёпта, их два! Бежим!
открытого пространства, они просто нас прыгают. Блин, давайте внутрь, там будем обороняться. Так, он допросный. Кажется, завалил! Нет! Сука, зомби! Твою мать! Слушайте, да, давайте вниз спускаться нафиг отсюда, а? Отходим. Возьмите патроны. Да, патроны надо взять. Возьму дробовик. Давай, сейчас они возьмут патроны и отходим. Так, пойдемте. Давай, я прикрою. Стай, ты где? Бурбон, у нас тут... На нас йети нападают. Чапаев, в пустоте, привет. Спасибо за фоллоу. Надо проверить второй выход. Да. Так, все, закрыто. Клетку там прикрой. Все, пошли. Давай. К допросным туда. Так, все, давайте в допросных, короче, запираемся. Так, очень аккуратно здесь. Тут... Так, слушайте, сколько там времени до рассвета? Сейчас только 12. В смысле 12? Ну, 23:59 на часах. Это часы по не, местному. На моих уже. Не это, по местному. На моих уже 20 минут пятого. А, блин. Так, зайди сюда, что ты там своим очком торгуешь. Да торгуешься, лысый. Нормально все будет, чудо сцеж. Ты первый раз, что? В смысле не первый раз? Видишь, сколько... Они все, дома! Почему никого из них не добавляет? А, ты не понимаешь! Дверь закройте! Закрой! Мы запомним тебя молодым! Целым очком. Кажется, кому-то понадобится мороженка. Открой дверь, бегу! Дверь откройте! Да блин! Да закройся, дверь сраная! Заманивайте его в комнату в какую-нибудь! Так, давайте, заходим. Забегай. Да, блин, вот, все. Да зажали же. Твою мать. Заходи. Это что за какая грязь? Не в жопу, да вы можете уже зайти-то, ну. Так, прикрывайте меня, я его сейчас затащу. Тайзер возьми, сбей его. Ай, блин! Да ёпта, сколько ж! Все, он всех повалил. Что у вас там? Все плохо.
Дверь откройте. Оттащите меня. Как опять это там? Сейчас. А, боже. Да блин, опять эта хрень! Закрывай, закрывай дверь! Умри, говна кусок! Да сука! Да я его там напину. Это реально какой-то кошмар. Держись, Сава. Так, если одного пустить сбить с ног, можно попробовать его наручники надеть. Слышь, что говорю-то? Да, про наручники, я понял. Можно одного попробовать наручники надеть. Как его с ног свалить, если попробовать. У меня получилось. Да. У вас в наручники их лапы влезут. Блин, давай, давай, быстрей! Помоги. Влезут! Да... Валите его, валите! Наручники на него! Попробуй заковать! Да, да не меня! Да нацепил, нацепил! Нацепил! Тихо, тихо! Так, снял, снял, снял! Все! Да понятно! Стреляй в него! Да когда ты сдохнешь? Сейчас я его попробую схватить! Так, все, вот, зацепил! Отлично! Да тварь! Короче, я их это надел на них наручники на обоих. Скоро нет. Выхода нет. Сколько там время уже? Не знаю. Грей, сколько времени у тебя там часы были? 5:30 только. Во сколько они уходят? Кого надо? Так вы вроде его заковали, да? Да, обоих заковали. Нет, меня не заковали. Да я все нормально. Пойдемте проверять. Они в наручниках должны быть. Может электрошоком попробовать? Я это предлагала. Почему он без наручников? Да не работает на них электрошок, попробуй. Уже проверял. Ну, у меня шокера нет. Блин, он порвал наручники. Эта тварь наручники порвала. Лейтенант, возьми. Кого? Такая вакханалия просто. Твою ж мать. Они что, выкрали его, что ли? Срань. Они выбежали с Маликом. Блин, давайте за ним все. Капец, ёбе.
Ты как, жива? Живая. Живая. За ними. Шокер. Да не работает на них шокер, уже проверяли. Вон они, вон они. Вон они, беги. Сука. Не стреляйте, попадете в ёбу. Да, наблюдаю их. В God моде там не работает, по-моему, шокер. Просто бжжж, всё. Тут есть подъем на лестнице. Да-да. Где они? О боже. Они мастурбируют. Да мы видим, спасибо. Да тазер... Нет, куда ты? Боже! Грейс! Тазер возьми. Блин. Так. Я возьму, пожалуй... Блин, я не знаю, как мы туда спустимся-то? Ну, я вниз. В смысле, прыгать будешь? Ну, давай, только я не знаю, как-нибудь разгончик-то побольше нужен. Пристегнись. Подожди. Пристегнулся. Ты чё творишь-то, придурок? Я говорю, разгон, бля! Твою мать. Так, погоди. Ой, ё-моё, моя селезёнка. Грейс, ты как, жива? А ты прям в удачной позе. Ты жива? РП на кончиках пальцев, вообще такая дичь. Грейс, ты можешь встать? Давай. Давай, вставай. Сэр, вы что-то говорите? Да. Блин, я оглохла. С тобой все нормально. Подожди, ты меня слышишь? Не. Рации тоже не слышно. Да. Так, подожди, вы меня вот так слышите, да? Проблема. Я забрал Малика, на машине. Подожди, вы меня не слышите, что ли? Я меня не слышу почему-то. У меня что-то с микрофоном, подождите. Перезагрузить ТС. Да в смысле, иди ты в жопу. Так, вы меня слышите? Да, теперь. О, да. Отлично. Грейс, давай вставай, ты как там? Нога. Нога, блин. Больно. Она сломана, нет? Ну, как там? Или... Скорее всего, нет. Ну, давай, ладно, хотя бы тебя в машину посадим, чтобы тебя эти не сожрали. Давай, подъем. Прием, лейтенант, куда мне ехать? Да, ты его забрал у этого, ёбу? Да. Ну, в ПД давай. Куда еще-то? Мы сейчас тоже приедем. Принял. Давай. Бля, у тебя еще двухместная тачка, да? Отлично. Ну ты сажай, я поднимусь. Блять. Ну аккуратней тогда. Да, так, давай, садись. А, блин, я же мог его... Надо было его на коленки посадить. А, тут подъем есть. Так, ладно. Так, терпи.
рация поломакалась, блин, теперь опять без эффектов. Я поскользнулась. Да я заметил. Так, где-то тут, по-моему, выезд был. А вот. Так, держись. Да тихо ты, не ной, все нормально. Грёбаные йети, блин, я таких не видал. Малика, никогда. Спасли? Да, да, спасли, все нормально. Спасли. Есть 4. Это что сейчас было? Твою мать, эта хрень за... Эта хрень нас преследует! Куда вы направляетесь? Мы на задней стороне ПД сейчас дальше проезжаем. Я не еду в ПД. А куда еще ехать? Это самое безопасное место. Хрена, там уже небезопасно. Тут врач появился. Почти. О, уже день, они не должны нападать. Но... нет, 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 он здесь, он здесь. Йети, Йети напал! Йети напал на врача! Бежит за нами! Попробуй сбить его! Сбивай его! Я сбил его, я сбил его! Он встал! Да не стреляйте, мы же на линии! Сейчас попробую... Не задавлю. Я нашел безопасное место. Где? Прием, где? Отойди. Уже небезопасно. Ты идиот! Ты нахрена, блин, его задавил? По-моему, это хана. Что происходит у вас? Да едь, она делала наручники, он быстро бегает. Срань. Так, сиди в машине. А, доктор, помогите ей, унес ногой что-то. Это Йети, тут их два, и очень аккуратно будьте, короче. Садитесь в машину, он вас не достанет. Ну, Малик правильно говорит, хэнкоп. Чё с охотником? Удар на Йети пришелся. Че он в наручниках-то? Ты в него что ли его заковал? Я Йети в наручники заковал. Та тварь. Да они рвут эти наручники на раз-два. Короче, если мы в машине будем сидеть и ездить, они нам особо ничего не причинят. Да я встать не могу. Блин. Ой, ёпту. Блин, какой же ты тяжелый-то, а? Это не я, это винтовка. Тем более. Я уже почти видел. Зайдите в полицейский департамент, что вы тут делаете-то? Да как я зайду, блин, такая? Блин, а подотащить ее никак, что ли? Интересно, где еще один детектив? Да блин. Фу. Так, а чё, как же ноги болят? Да я представляю, у меня тоже все болит уже. Да на меня тут наехали. Да это я видел. Пойду-ка я бронежилет новый возьму. Ты как там? Да, ужастик Б-класса, согласен. Закройте ПД. Сейчас. Лейтенант, прием. Да. Все равно выбивает эту дверь. Там у тебя. Что? Кто там у вас? Мы в ПД закрылись.
У вас не очень-то и безопасно. Да уж, матерь божья, откуда здесь едете? Я могу приехать на задний двор, принимайте нас. Я ног не чувствую. А, сейчас хорошо. Господи боже мой. Тут уже внизу ПД, уже гражданские прячутся. О, они выбегать начали, кажется, эта хрень здесь где-то. А может и нет. Может, они ствола испугались. Ждите их наверху. Лейтенант. Да, я на задней парковке. Давай лучше я тебя заберу вместе с Маликом. Поищем ему безопасное место. Может, его в федералку? Да и еще куда. Ну, там безопасно. Так здесь тоже как бы... Вроде как было безопасно. Тут он чертовы двери выбивает. Я боюсь, что мы все в грузовик-то не поместимся. У нас есть военная база? Большой автобус есть. Есть военная база, действительно. Можно на военную базу. Там, наверное, есть большое оружие. Черт его знает. Давайте, перегруппируйтесь, посадите гражданских в автобус. Спасибо, сэр. У вас же есть автобус. И едьте в сторону военной базы. Так, я пошел на парковку тогда. Я встречу вас по дороге. Машина медиков перевернута, если что. Так, подожди, что там? Вызов Йети в мотеле. Так, сейчас мне надо перезапустить ТС. Ой, вы много чего пропустили, еще пока... Блин, я залог не могу заплатить за тачку. Так что сейчас поеду... Еду к тебе. Нужно 500 баксов. Ну, блин, у меня только 110 с собой. Короче, сейчас я сам все сделаю. Так, сколько нас всего человек? У меня есть бронетранспортер. Ну вот в броневик надо будет Йобу посадить. Остальных я возьму в этот... В, как его? В автобус. Принял. А у нас вертушка есть? Кто ее управлять-то умеет? Ну, блин. Капитан. Ну вот, а капитана нет. Давай вот нет, не будем мы этим заниматься. Ну да и нахер она нужна. Топливо кончится и все, сами... Слушайте, у нас пока день, мы можем спокойно добраться до этого самого, до федералки. Лучше на военную базу, я считаю. А может в гетто? Найдите охотника. В гетто нас стрелять сразу начнут. Охотник в этом самом, в полицейском департаменте. Вот. Он говорил, что нужно поехать к большой пушке, если военным. Давайте туда. Короче, сейчас все приезжаем в полицейский департамент и отсюда стартуем все вместе. Принято, еду. А с доктором что будем делать? С собой берем.
Так. Так, дай. Давай бронивник будет точно. Так, ёбу тоже давайте броневик. Давай задом подъезжай сюда. Двое посадили туда. Давай, ёба. Так, все гражданские садитесь в этот самый, в автобус. И ко мне еще кто-нибудь с пушкой пускай сядет. Блин, а мне кажется, что нам легковой машины одной хватит. Нет. Захватник говорит, что мы вроде как пережили все. А, да? А он раньше не мог об этом сказать? Он же рацию не слышит. Но он же рядом с вами был. Так, ладно, сейчас я поговорю с ним. Так, охотник. Ну давай, рассказывай, что там. Ну чё, походу пережили ночь мы. Так и чё, всё, они... Следующая такая же будет? Ну, на следующей ночи посмотрим. Не знаю, они вроде нашли друг друга. Ага. Блин, а блин, так, блин, а чё они... Чё нам-то делать, я не знаю. Мы тут уже всё, в эвакуацию, твою мать. Ну, солнце встало. Их вроде уже минут 10 не видно. Ну, был вызов только, что они где-то в мотеле, вот буквально минут... 10, там, 20 назад. А потом был пропал. Может, они к себе в горы побежали? Ну, не знаю. У вас мотель тут где? Ну, вот где-то там, да. Ну, около Вайнвуда. Ну, походу, да, побежали к себе. Так, понятно. То есть, короче, сегодня они уже не появятся, я так понимаю. Не должны. Угу. Ну, ладно, тогда отбой. Так, ребят, короче, охотник сказал, что сегодня уже эти не появятся. Йети. Типа мы, ну, типа утро они убежали. То есть они появятся завтра, да? Ну, возможно, да. Нужны срочные репортеры, это красный кот по городу. Кот пизда полный. Ну, не факт, но возможно, да. Короче, надо ёбу в это, в доктору отдайте, вот как раз тут он есть, пускай он его осматривает. Ты же пропадёшь, правда? Ну давай. Да блин, что же за дерьмо-то такое? Почему? Ёба. Я не понимаю, почему. Может, я видеть типа не должен? Мне кажется, два раза нужно. Фу, что-то я, короче, выдохся немножко. Да пипец, он реально не пропадает, я не знаю почему. Лейтенант. Да. Надо будет узнать, убили, сколько мы патронов потратили. Больше 5000 или нет? Вот не знаю, но много.
Блин, сейчас я, короче... А чего вы броневик не загнали-то? Это Станева. Я понимаю. Пошел бухать. Сказал, что все, на него как с него хватит. Все, давай в гараж. Детектив, подойдите с шишкой к доктору. Веку, конечно, веку. Ко входу хотя бы. Принято. Почему я не могу забрать эту херню? Я же в него сесть-то смогу, надеюсь? Так, смог, отлично. Жопу порвал за ПДН, да не говори. И ёпта! Эта хрень тут, блин... В гараже! Что? Эта хрень в гараже, она там мастурбирует! Откуда отсюда? Она в гараже, говорю, в том! Чисто. Вон тут был. Да какой нервный срыв? Да почему эта тачка-то не убирается в гараж? Ну блин, Билли. Я не понимаю, короче. Ладно. Ну, эта хрень куда-то исчезла. Но она все еще там. Я чё тут жо... Печаль. Вот я находимся, и Малик тоже здесь. Джим, она была там. Она там была. Да я понимаю, ну в дверь, наверное, зашла. Она с ней. А, боже. Доктор без сознания. Два инвалида, блин. Выпустите нахер меня. А ну вас в полицейском участке бегает. Чисто. Слушай, мне кажется, что они, короче, почувствовали человеческие жопы и теперь будут на людей охотиться. Так, ну-ка дай-ка. Блин, он прыгнул в эту сторону, он с шестой стороны прыгнул. Да. Блин, я же закрывал тут дверь. Да ёпта. Она же там выломана, наверное.
Да пока они только по мужским. Стояли, он так интеллигентненько постучался в дверь. Хреново. В какую? Так, где, где Йоба? В эту. О, Йоба туда уполз. А, боже. Жалко не зомби. Хотя так тоже прикольно. Тут уже вертолет купил. Да нету. О, вон он на крыше, сзади тебя, детектив! Упрыгал в каналы. Мастурбатор, блин. Бегает и дрочит. Так, ну Йобы тут тоже нет. Йоба здесь. Отлично. Все, спускаемся к вам. Мне кажется, днем они не такие агрессивные, они только, короче, мастурбируют днем. А вечером, ну и ночью они как раз нападают и насилуют. Охотник свалил. Грустно. Очень. Ну, тебе-то вдвойне. Втройне. А, ну да. Я бы даже сказал, в четверне. Чё, ужас какой. Да ничего, у него жопа болит. Скорее. Моя блин, конечно, можно попробовать эту хрень поджечь, но я сомневаюсь, что он будет гореть. Может, если затопить газом. Да я думал, он загорится нахер синим пламенем. Да вот не факт. Ну, у него, может, шерстка обгорит, он почувствует себя стыдно на людях и сбежит в лес. Блин, это идея. Так. Может, вы это уберете оружие? А нету молотого, да? Да мне там даже комфортнее, вы знаете. А мне нет. Очень длинные стволы какие-то, не могу. Да, давайте присядьте. А, подождите, а как его использовать? Ну, не так. Что-то я не понял. А где огнетушитель-то здесь? Да вроде сказали, как я так, стоп. Не пойму. Он на меня накинулся, сзади решетка была. Он мне прям в решетку припанул. Но спина не сильно болит, он голову ударил не сильно. Но здесь так, не сейчас я возьму помощь. Слушайте, ну у нас только огнетушитель есть. Там еще газовая граната есть. Ну, гранаты... Они что на улице-то делают? Где-то говорили, мотель есть, но я не местная, надо узнать у офицеров. Ты собираешься его... Какой античит? На каком сервере? Да я не знаю. Может, его заморозка сработает? Какой-то это, когнитивный диссонанс получается. Не знаю, откуда такие слова знаю, но...
Надо остудить его, и может норм будет. Надо меня остужать. Да не тебя. Ну, кстати, хочешь, да. Давай я тебе это на жопу. Да, охладим трахание и все. Но другого выхода давай нету. Про это не будем говорить, да? Про трахание? Ой, извини. Да, про него самого. Так, ну он работает. Градорму. Это какой-то бред. Угу, спасибо. Вавилон, а я тут при чем вообще? О, вон капитан. Капитан. Вот это ночка. Да? А какого? Это что, следы от пуль? Что, да вы внутрь зайдите. Мы выпустили больше 7000 патронов этих тварей. Зачем тебе огнетушитель, мать твою? Мы хотим попытаться охладить трахание Йети. Да. Господи, это что? Это шерсть? Посмотрите, почему здесь весь шерсть? Участок обстрелян. Вы вот вниз спуститесь. Ты что здесь вообще? Да, представьте себе, я все а еще здесь. Почему ты еще здесь? Я думал, тебя должны были отвезти домой. Потому там, что Йети напали на участок, похитили а его, потом... Это доктор. Это доктор. Доктор. Так, если помощь никому не нужна, я поеду. Давайте, давайте. Да, спасибо, доктор. Так, нет, с нами такого не было, мы ничего да, не знаем. Да, пока. Объясните мне, что это за следы от пули, я не пойму. Вы на нижний этаж спуститесь и посмотрите, что там. 7000 под пуль. Так. Все обстреляно нахрен. И вот тут вот, то что творится, это еще... Да это херня. Ягодки сейчас пойдут, капитан. Участку нужен капитан. А что это за херня? Почему на... Это что за след... Почему здесь следы от пуль? Твою мать, все... Капитан, вы еще ничего не видели даже. Мы вели огонь на поражение. Еще пули, господи. Посмотрите, а вот тут уже гильзы начинаются в больших, мать его, количествах. Твою мать, сколько крови и шерсти. Ну вот, расписание да. Расстреляли, вы чё? Да тут и компьютеров и как бы нету. Стекло если... новое вставлю. Тут ничего нету живого. Что? Откуда? Ай. Так, дуйте за вениками, подметайте эти гильзы, господи. Да нет, давайте-ка лучше это клининговую службу вызовем. Я вот это точно. Ура. После сегодняшней ночи я это убирать точно не буду. А почему пули здесь? Вы что, их заперли, что ли? Нет, мы отбивались, капитан. Они дошли сюда. Короче, Йоби сегодня 3 раза досталось. Или 4. Ну да. Вы мне можете теперь объяснить, почему вы прятались здесь? А где еще? Почему вы прятались? На нас напало 2 злобных Йети, пытались изнасиловать Йобу. Ну, собственно, у них получилось. Ну, как пытались. Блин, стрит, ну ты взрослый человек, ну, профессионал, зачем ты напоминаешь ему? Да, ну, он и сам об этом помнит. Он будет это помнить всю жизнь, Кэп. Ну, зачем? Я бы такое вообще не забыл бы, я бы уже, наверное, застрелился. Ты, нет, меня только не слушай, ладно, это... Ну, что ты говоришь такое, господи? Йоба, не слушай его, да, я осуждаю. Либо пойдем, короче, и машину, да, либо. На парковке эта тварь, походу, там сидит теперь и мастурбирует. Так что? На парковке сидит, мастурбирует? Ну, да, во всяком случае, почему? Она там была. Почему вы все еще здесь? Ну, как бы вы так курили? Потому что мы там были, и она и убежала. Я увезу ёбу, выкуриваете его. Да, Грейс, ты в порядке? Помочь? Так, сейчас попробуем, короче, если эта хрень там сидит, я попробую ее из огнетушителя фигануть. Может, получится. Какая жесть. Блять, опять эти репортеры будут просто такие сенсационные новости тут у нас делать на нас. Угу, да, если бы, они все пропустили. Так, давай аккуратно.
пусто. Ой, блин. Ну куда ёба побежал? Куда ёба? Он садится в машину капитана. Он боится садиться на свою жопу. А вот и капитан. Потому что эта жопа сегодня только запостяла. Блин, капитан, вы... Там, в общем, йети нету. Если бы вы не ушли, вы могли бы тоже пострадать. Охотник говорит, йети любят темнокожих. Вам повезло. Или вы что-то знали? Скорее Грейс, всего, ты, я двери открыл, если что. Да, но я так пока не пойду. Там пусто, да? Да. Что говоришь, Еба? Чё за серебряная... Пошли. А, он где? Ну, где? Ладно, надо, походу, тоже заканчивать смену. Чё-то я прям вообще устал как-то. Да пипец, пойду оружие ставлю. Да, я тоже. И оставите меня одну, да, здесь? Едь с капитаном! Едь с капитаном. Да, горячих кадров дофига потерян, согласен. Это была жесть, ребят. Ладно, давай, пока. Да, всего доброго. Линкольн 15, смену окончил. Удачи вам. Вильям 8, смену окончил. Да не-не, все, хватит. Ну в смысле, блин? Да запарило, ну. Почему я не могу в нее сесть? О, боже мой, ну ты же анлокет. Замки тупорылые, меня бесят. Да в смысле? Блин, я не могу теперь в тачку сесть. И я. Да что за говно-то? Ай, поеду на своей. Нет, не на, спасибо. Капитан стоит здесь в тачке. Типа. Ну, блин, да, надо покупать, короче, синхронизацию нормальную. Все. Че, Джим, ты выглядишь потрепанным. Да, спасибо. Я в курсе. Господи, кто так ставит машины? Твою ж мать. Че-то они все побиты, а у этой вообще двери нету задней. Почему все в шерсти? Господи, в шерсти. Да потому что на нас напал гребаный йети, а я теперь не могу еще машину открыть, потому что вот этот придурок какой-то. Чё, это он один все сделал? Два йети было. Два. Да, два. Это пипец какой-то. Блин, кто вплотную ставит машины? Ну, блин. Что-то из руки выпало. Озабоченные гей-йети. Только из тачки выйди.
Ага. А, ты ее не видишь? Да. Ну, в общем, ты там автобус поставил и не заметил мою бэху. И вдолбал мне прям весь капот. Ну, слушай, у нас вообще должно быть все по-разному там. Короче, отстань от меня. Ну, я не видел твои бэхи. Это единственная нормальная тачка, блин, которая у меня осталась. И я не могу ее забрать, вы понимаете? Ладно, хорошо, а эту я могу открыть? Я же вроде не перезаходил никуда. Ну это бесит, конечно. Ну ладно, это пофиксится, все, ребята знают, что там есть такие проблемы. Я реально, я не могу сесть ни в одну машину, пипец. Так, тогда, короче, мы их конфискуем. Сэр, вы на связи? Прием, чё там? Да, я как стану. Ну ладно. Так, ладно, я потом зайду, короче. Ну погодите, а почему вы рации не сдали? Да сдавай. Что? Да, эти на них что-то наделали там. Так, 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 так. Давайте тогда посмотрим, на кого вас можно закинуть. На кого вас можно закинуть? Чего вы хотите смотреть? Тут РПХ какая-то вроде есть. Ну, а там у ребят соц РП, нормально. Сейчас я вас закину туда. Вот, ладно, ребятки, все. Всем спасибо, всем пока. И до новых встреч, друзья. Если вам понравилось, нажимайте follow. Что еще? Да, вступайте в паблик ВКонтакте и в Дискорд. Ссылочки все есть в описании, либо восклицательный знак МДШ. Ну, можно так вот сделать. Вот. Залетайте, буду вам очень-очень рад. Сейчас я кину, да, рейд. И вроде бы все. Да? Да. Все, ребят, смотрите стримы и до завтра. Пока-пока. I just want you, I just want you, the words I never said, but wanted to, I just want you, I just want you. We'll be right back.